Здравствуйте! В прямом эфире для вас работает информационная служба RTVI. В студии Елена Светикова и коротко о главном к этому часу. Я прошу прощения, у нас небольшая техническая накладка. А из нашего окна у российского посольства в Вашингтоне открывает площадь Немцова. Хотел воевать на стороне ИГИЛ. В Назарете вынесли приговор израильтянину из Беларуси, который готовился уехать в Сирию. И прошелся по верхам. Король Саудовской Аравии сменил военное руководство страны и нескольких губернаторов. Ну а теперь подробнее о главных темах. В Вашингтоне сегодня официально открывается площадь Бориса Немцова. Это название по решению городских властей присвоено части улицы перед посольством России в США. К трехлетней годовщине убийства политика Государственный департамент выпустил специальное заявление, в котором назвал Немцова ведущей фигурой демократического движения и призвал власти России убедиться, что наказаны все виновные в преступлении. Мы чтим память Бориса Немцова, его жизни и его труда. И мы вновь призываем правительство России отстаивать свои обязательства по охране и продвижению общепризнанных прав человека, в том числе свободы выражения, свободы мирных собраний и свободы создания ассоциаций. Мы еще раз призываем правительство России добиться, чтобы все, кто был вовлечен в это преступление, включая организаторов и тех, кто отдал приказ, были привлечены к ответственности в соответствии с законом. Бориса Немцова застрелили в самом центре Москвы на Большом Москворецком мосту в двух шагах от Кремля 27 февраля 2015 года. Приговор по делу об убийстве вынесли в июле прошлого года. Предполагаемый киллер Заур Дадаев и четверо его сообщников получили от 11 до 20 лет заключения. Заказчик преступления по-прежнему не установлен. Родные соратники оппозиционера убеждены, что к организации убийства причастны люди из ближайшего окружения главы Чечни Рамзана Кадырова. Прокуратура Южной Кореи запросила 30 лет тюрьмы для бывшего президента страны. Об этом сообщает агентство Ренхаб. Обвинение также требует оштрафовать Пак Кын Хе на 110 миллионов долларов. Суд должен состояться в ближайшие месяцы. Бывшему президенту страны предъявили в общей сложности 18 обвинений. Среди них получение взяток, превышение полномочий, разглашение государственной тайны. Адвокаты настаивают на невиновности экс-главы государства. На данный момент есть только заявление от причастных к делу людей. Иными словами, ситуация вроде «кто-то сказал, что Пак что-то сделала, и поэтому она виновата». Вот и все. Нет ни прямых, ни косвенных доказательств. Громкий коррупционный скандал в Южной Корее разгорелся осенью 2016 года. Появилась информация, что президент допустил свою подругу к секретным документам, а вместе они вынуждают крупные компании жертвовать деньги в подконтрольные фонды. По всей стране прошли массовые демонстрации протеста. Пак Кын Хе объявили импичмент и позднее арестовали. Ее подругу суд также приговорил к 20 годам заключения. Король Саудовской Аравии отправил в отставку армейское руководство. Своих постов лишились начальник генштаба, командующий силами ПВО, сухопутными и ракетными войсками. Перестановки прошли не только в армии. Заменили и губернаторов, их заместителей, а также мэров некоторых городов. На должность замминистра труда и социального развития король назначил женщину. Официальные причины кадровых перестановок неизвестны. По версии BBC, к этому может быть причастен наследный принц. Он известен своими реформами в королевстве. Сейчас принц занимает пост министра обороны и возглавляет специальный комитет по борьбе с коррупцией. В ноябре 2017 года власти начали задерживать подозреваемых в таких преступлениях. Под стражу взяли около 200 человек. Затем им предложили свободу в обмен на деньги и активы. Общий ущерб власти оценили в 100 миллиардов долларов. Суд в Израиле приговорил репатрианта из Белоруссии Валентина Мазлевского к 3 годам тюрьмы. Его признали виновным в попытке вступить в ряды запрещенной группировки «Исламское государство». Мазлевского арестовали год назад. По данным следствия, он принял ислам, находясь в еврейском государстве, куда приехал в 90-х годах. А в Сирию собирался попасть через Турцию. Подробнее об этом деле Евгений Сова.
Имя Валентина Мозалевского стало известно широкой публике в Израиле ровно год назад. Именно в марте 2017 года спецслужбы и полиция разрешили к публикации информацию о его задержании, а также о том, что против него было подано обвинительное заключение в окружной суд города Назарета. Ну, Валентин Мозалевский, репатриант из Белоруссии, прибыл в Израиль в 1996 году. В 2000 году он принял ислам, женился на девушке, на мусульманке, жительнице деревни Шибли. У них 5 детей. И вот, по мнению спецслужб, он попытался несколько лет назад вступить в ряды запрещенной организации «Исламское государство». С этой целью он даже купил билет в Турцию в один конец и был на связи с активистом этой организации в Сирии. По всей видимости, он и давал, этот активист давал ему указания. Причем, как сообщается в обвинительном заключении, с этой целью он использовал приложение Telegram. И вот буквально перед тем, как улететь в Турцию, Мозалевский был задержан, помещен под стражу, и против него было подано обвинительное заключение. И вот вчера окружной суд города Назарет вынес решение по этому делу. Он признал его виновным в связях с преступной запрещенной группировкой «Исламское государство». Мозалевский получил срок 38 месяцев тюрьмы, еще 12 месяцев условно. Он также должен будет выплатить штраф в размере 12 тысяч шекелей, это чуть более 3 500 долларов. Ну, в самой деревне Шибли, где мы были и делали даже отдельный репортаж около года назад, и продолжают говорить, что это все неправда, что не может быть, чтобы Валентин Мозалевский пытался вступить в ряды «Исламского государства». В этой деревне, это бедуинская деревня, большинство мужчин проходили службу в армии, там не приемлют все, что касается «Исламского государства». И вот что по этому поводу говорит глава местного совета Наим Эль-Абад. Я хорошо знаю семью Валентина и его историю перехода в ислам. Я также знаю его жену. Могу точно сказать, что девушка из очень хорошей семьи. Ее отец много лет служил в службах безопасности. Я вообще никак не пойму, откуда появилась вся эта история с исламским государством. В нашей деревне никогда подобного не было, и я в это не верю. Ну, Валентин Мозалевский далеко не первый израильский гражданин, который арестован и осужден за попытку вступить в организацию «Исламское государство». Надо сказать, что это явление довольно распространенная в последние годы среди израильских арабов. Многие из них в попытке легкой наживы пытаются вот так связаться с активистами этой организации на территории Сирии, Северного Ирака, и затем заработать деньги, поехать туда и быть наемниками. Израильские спецслужбы активно занимаются поиском таких потенциальных боевиков. За последние 2 года около 60 человек были задержаны, и им так или иначе предъявлены обвинения. Но вот Мозалевский стал первым репатриантом из бывшего Советского Союза. Мало того, что он принял ислам, так он еще и теперь ему придется отбывать тюремный срок за попытку вступить в ряды исламского государства. Ну, надо сказать, что мы общались также с членом местного совета деревни Шибли Зиданом Сальфити, и вот что он говорит по этому поводу. У меня это не укладывается в голове. Это не наша деревня. Здесь никто никогда даже не думал про боевиков ИГИЛ. Я все еще верю, что в этой истории гора родила мышь. Он образцовый гражданин, служил в армии, 5 детей. Не верю. Пока не ясно, будут ли адвокаты Мозалевского обжаловать это решение. Если такое обжалование будет и в итоге Верховный суд будет рассматривать это дело, то, конечно же, оно получит большой резонанс. Мы тоже за этим будем следить. Евгений Сова, Владимир Плоткий, Ближневосточное бюро RTVI, Израиль. Суд штата Нью-Йорк отклонил иск об отмене федерального запрета на употребление марихуаны. Решение судьи опубликовано на официальном сайте. Иск был подан прошлым летом. Родители 2 детей и компания-производитель каннабиса требовали исключить марихуану из списка наркотиков. Судья перенаправил истцов в профильное ведомство, Федеральное управление по борьбе с распространением наркотиков. При этом он не стал оспаривать возможность применения каннабиса для лечения больных. К легализации марихуаны в США относятся неоднозначно. На федеральном уровне законы причисляют ее к наркотикам. Однако в 9 штатах курить траву разрешено, а вот в 29 можно продавать каннабис в медицинских целях. На околоземной орбите произошла смена командования. 54-й экипаж МКС уступил место 55-му. Передача космического хозяйства транслировалась в прямом эфире и была очень трогательной. Российский космонавт Александр Мисуркин вручил символический ключ от станции своему соотечественнику Антону Шкаплерову. Потом все обнялись, позвонили в колокол и попрощались. Спускаемый аппарат «Союз» отстыковался от МКС и взял курс на Землю. 54-й экипаж, в который также входят астронавты НАСА,
Джозеф Акабу и Марк Ван де Хай, провел на МКС почти полгода. Приземление ожидается завтра в казахстанской степи. Навстречу космонавтам уже выдвинулись поисковики. По данным ТАСС, в операции будут участвовать 250 военных. Ну а информационный эфир RTVI продолжит сквозное вещание с Гарри Гнегницким. Гарри, расскажи, что будет в твоем первом часе. Мы поговорим, Лена, о кокаиновом скандале. Мы проанализировали публикации в аргентинской прессе и связались с людьми там, на месте в Аргентине. Они утверждают, что власти Аргентины расследуют возможные поставки кокаина по дипломатическим каналам из этой страны уже в течение как минимум 4 лет. Кроме того, мы отследили перемещение самолета Ил-96 бортовым номером 9623. Раскопали массу интересного, в том числе и то, что сейчас этот самолет находится в Бангкоке. И, кстати, в Таиланде. В Таиланде содержится в тюрьме Настя Рыбка. Она опубликовала свое видеообращение к американской прессе с просьбой взять ее под защиту. В обмен она обещает рассказать о связях ни много ни мало российских политиков со штабом Трампа. Кроме того, коснемся вопроса, почему президент России распорядился наделить ФСО дополнительными полномочиями в плане кибербезопасности, в том числе и в борьбе с покушением на персональные данные тех, кого ФСО охраняет. Ну и поговорим об убийстве словацкого журналиста Яна Куцака. Кому он мог помешать в своей стране? Лена? Спасибо. Гарри появится в этой студии после короткой рекламы, а следующий выпуск новостей менее чем через час.
Здравствуйте, мы начинаем сквозной информационный эфир на RTVI. С вами Гарри Книгницкий. Скандальное дело по поводу предполагаемой контрабанды кокаина из Южной Америки в Россию обрастает все новыми подробностями. Сегодня мы проанализировали аргентинскую прессу, связались с коллегами там на месте в Буэнос-Айресе и сделали ряд очень важных открытий, о которых мы сейчас поговорим с моей коллегой Яной Хлебниковой. Добрый вечер, Гарри. Яна, привет. Что удалось выяснить, например, по поводу того, что этим делом аргентинские спецслужбы занимаются уже, мягко говоря, не первый год, и связаны ли с этим делом другие страны Южной Америки? Такое ощущение, что после буквально 2 лет секретности у них прорвало канал, и в латиноамериканской прессе, в аргентинской, в уругвайской публикуют очень много сливов. И, в частности, данные этих сливов свидетельствуют о том, что первоначальная версия о том, что наркотики привезли из Колумбии в Аргентину и дальше они напрямую отправлялись в Москву, не совсем релевантна. На самом деле, в деле как минимум мог быть замешан Уругвай. Более того, МВД Уругвая уже на эти истории отреагировало и начало проверку. Я предлагаю сейчас послушать нашего коллегу Федерико Фасбендера, аргентинского журналиста, который в том числе говорил и об уругвайском канале поставок. Есть подозрение, что российские дипломатические рейсы из Уругвая были также использованы для трафика кокаина из страны, по крайней мере, после 2014 года. Это было озвучено в ходе расследования, но на данный момент это остается только подозрением. В расследовании, которое ведет судья Хулиан Эркалини, нет прямых доказательств по поводу того, что российский посол Коронелли вовлечен в это дело. Российский бизнесмен мистер Кей связывался с членами посольства по поводу того, чтобы ему помогли перевезти сумки с неким товаром. Он связывался, видимо, с рядовым работником посольства, гораздо ниже по рангу, чем посол, и этот работник отказал ему в сотрудничестве. Если бы посол был прямо замешан, он бы приказал работникам рангом ниже сделать это. Вот по поводу как раз роли российского посла и насколько российское посольство в Буэнос-Айресе замешано, можем ли мы делать вывод о том, что в деле участвует сам Виктор Коронелли или сотрудники меньшего статуса, меньшего ранга? Как справедливо сказал Фасбендер, трафиканты часто врут и используют недостоверную информацию. Но мы почти точно можем сказать, что Коронелли был знаком с Ковальчуком, который, собственно, курировал наркотрафик в Москву. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные 2 разговоров, которые широко растиражированы в аргентинских СМИ. И в одном из них говорится, что Ковальчук поссорился с Коронелли, а во втором утверждается, что Ковальчук даже на высшем уровне согласовал то, чтобы посла сменили на более сговорчивого. Ковальчук — это как раз тот, кого Россия объявила международный розыск, да. И кто скрывается в Германии. Который, по предварительным данным, да, скрывается в Германии. Германия каким-то образом фигурирует в расследовании аргентинских спецслужб? Сейчас пока об этом ничего не говорят. Что касается охранников службы безопасности посольства, я, насколько знаю, существуют уже записи переговоров, в которых участвуют и Близнюк, и Чикало, это русскоязычные граждане, которые живут в Аргентине. А что известно по этим утечкам? Разговоров с Близнюком, который русскоговорящий аргентинский полицейский, действительно много. Он, видимо, был одним из важнейших фигурантов дела. Вот их взяли накануне тоже, и они сейчас дают показания и проходят по делу. И Близнюк, в частности, часто в разговорах с Чикало упоминает сотрудника безопасности Олега Воробьева и говорит о том, что пытался пробить его помощь в наркотрафике, по крайней мере, вызволить застрявший в посольстве груз, как они это формулируют. Но тот отказался и прямо сказал, что у него есть проблемы, при этом извинившись перед Близнюком. А он имел доступ абсолютно к посольству? Имел ли он доступ к отправке корреспонденции, багажа и грузов в Россию из Буэнос-Айреса? Не до конца известно, но один из источников, тот самый русский, у которого учатся дети в этой школе, в которой, собственно, и нашли груз, именно его пост сейчас шире всего обсуждают, да. Он утверждает, что сотрудники, с которыми имел дело Близнюк, имели широчайший доступ ко всем территориям посольства и просто не могли незамеченным пронести такой большой груз. И обязательно должны были быть в курсе люди на разных уровнях работы, разные дипломаты. Что касается Виктора Коронелли, он, кстати, говорил о том, что Мельников приводит данные, не соответствующие действительности, упрекал его в политической мотивированности. Я знаю, что фамилия Коронелли звучала в том числе и в переговорах участников этого дела, тех, на кого возбуждены уголовные дела.
Они говорили о том, что Коронелли как долго еще осталось на этом посту. Я подчеркиваю, мы сейчас говорим об утечках переговоров, которые опубликованы в аргентинской прессе. Как раз поэтому мы сможем проверить достоверность тех утечек, которые сейчас опубликованы. По крайней мере, у Близнюка и у Ковальчука фигурирует дата, что его сместят в июне. И вместо него в июне назначат в Аргентине нового посла от России. Что ж, большое спасибо, моя коллега Яна Хлебникова. Мы говорили о вновь вскрывшихся фактах в аргентинской прессе. Эти факты касаются расследования кокаинового скандала. Я напомню, что было возбуждено уголовное дело о покушении на контрабанду наркотиков по факту транспортировки почти 400 килограммов кокаина из Буэнос-Айрес в Москву. Собственно, сам кокаин до Москвы не добрался, спецслужбы заменили его мукой. Сейчас по этому делу в розыске, международный розыск, объявлен один человек, двое подозреваемых задержаны. Сегодня нам удалось отследить перемещение того самого самолета Ил-96, на котором, как предполагают пользователи соцсетей, осуществлялась поставка кокаина, по крайней мере, на сайте russianplanes.net были опубликованы фотографии самолета Ил-96, и пользователи соцсетей вычислили по его бортовому номеру, что именно в него, судя по фотографиям, загружался некий груз. Как выяснилось позже, этот груз был ничем иным, как мукой, но той самой мукой, которая и фигурировала в расследовании о покушении на контрабанду. Сейчас этот самолет, судя по данным сервиса Flight Radar, находится в Бангкоке. Там же, не в Бангкоке, не в самом Бангкоке, но все-таки в Таиланде, в Паттайе, находится Настя Рыбка, фигурантка расследования Алексея Навального, и ответчица по иску миллиардера Олега Дерипаски. Настя Рыбка сегодня выступила с довольно громким, если не сказать сенсационным заявлением. Она обратилась к американской прессе. У нас сейчас возникли небольшие технические проблемы. Мы позже покажем заявление Насти Рыбки, в котором она призывает американских журналистов оказать ей помощь в вызволении из тюрьмы, поскольку ранее ее вместе с ее товарищем и так называемым секс-коучем Алексом Лесли задержали таиландские власти и содержится сейчас в тюрьме. Настя Рыбка каким-то образом улучила возможность выложить в интернет свое видеообращение к американской прессе. Друзья, американская пресса, я вам очень многое не хотела рассказывать раньше. Но сейчас сложилась такая ситуация, что нас пытаются закрыть очень надолго. Поэтому я готова вам рассказать все те недостающие пазлы, которых вам не хватало, подтвердить их аудио, видео, касаемо связи наших уважаемых депутатов с Монопортом, Трампом и со всей этой шумихой выборы США. Я знаю очень много. Поэтому жду ваших предложений, жду вас в тайской тюрьме. Сегодня нам сказали, что нас арестовали по чьему-то приказу из Бангкока. Теперь кому-то заплатили за то, чтобы мы сели. Нарушили все законы Таиланда, мы вышли под залог, нас не выпустили по итогу. Поэтому, если вы меня найдете в тайской тюрьме еще живой, то я с удовольствием с вами пообщаюсь. Жду ваших предложений. Президент России Владимир Путин сегодня своим указом расширил полномочия Федеральной службы охраны. Теперь ведомство сможет участвовать в мероприятиях по борьбе с кибератаками в рамках своей компетенции, говорится на официальном интернет-портале правовой информации. Там сказано, что в компетенции ФСО теперь будет и борьба с кибератаками на российские информационные ресурсы. А еще, что ФСО будет защищать личные данные объектов охраны и членов их семей. С нами на прямой связи по скайпу генеральный директор компании по информационной безопасности Алексей Раевский. Алексей, я приветствую вас. Тут вот какой вопрос. Если одна структура уже занимается борьбой с киберугрозами, и конкретно это ФСБ, то зачем создавать, по сути, параллельную структуру в недрах ФСО? Ну, тут вопрос в том, в чьих интересах та или иная структура занимается данной деятельностью. Если мы говорим о ФСБ, то она занимается этой деятельностью в интересах государственных предприятий, объектов критической инфраструктуры и так далее. ФСО больше ориентировано на
обеспечения безопасности первых лиц государства. Соответственно, видимо, и в плане кибербезопасности такая специфика будет тоже наблюдаться. Ну тут, Алексей, речь ведь ведется не только и о первых лицах государства, ну, так называемых объектах охраны, как они упомянуты в этом указе, речь ведь идет и о членах их семей. Да, все правильно. Это все как бы тоже входит в сферу деятельности ФСО. И в отличие от других структур, которые занимаются больше, так скажем, институциональной информационной безопасностью. Алексей, а не означает ли это, что ФСО в задачи сейчас вменяется, в том числе и следить за тем, чтобы утечки, подобные той, что случилось вот с Настей Рыбкой, ее появлением в публичном пространстве, чтобы вот такого больше не происходило? Тут сложно сказать, какие конкретно задачи ставятся перед ведомством, но кибербезопасность – это очень такое широкое и всеобъемлющая тема, там много очень вопросов, и поскольку ФСО обеспечивает безопасность руководителей государства, то эта безопасность тоже должна быть всеобъемлющей, и кибербезопасность должна тоже входить в этот список. Насколько просто сегодня проследить связи того или иного человека по его постам в соцсетях и так далее? Насколько технически сегодня сложно найти, что называется, связи, порочащие чиновника, бизнесмена, кого бы то ни было? Все зависит от того, насколько чиновник этот или бизнесмен, или другое какое-то лицо соблюдает принципы кибергигиены. Соответственно, если на эту тему задумываться, и если этим заниматься, то, наверное, можно каким-то образом себя обезопасить. Но мало кто об этом задумывается, и поэтому часто возникают такие вот ситуации, как вот обсуждаемые. Вот если просто не удалять историю, если не чистить периодически свой профиль, то по, я не знаю, файлам cookies, или я просто не эксперт в кибербезопасности, можно ли восстановить, даже если я почищу свой профиль, можно ли связи, порочащие меня, впоследствии поднять? Ну, если у вас эти связи есть, то, скорее всего, можно. И вам надо очень приложить очень много усилий, чтобы не оставить никаких следов в цифровом пространстве. То есть практически это малореально. Но если я при этом обращусь к эксперту, то специалист кибербезопасности сможет сделать так, чтобы можно было не придраться? Здесь все зависит от того, кто против вас. Кто ваш соперник? Если ваш соперник – это, например, ваш конкурент, то это один вопрос. Если ваш соперник – это спецслужба другого государства и какого-то могущественного государства, это второй вопрос. Поэтому, ну, тут, соответственно, видимо, руководители государства посчитали, что вот за какими-то действиями враждебными стоят ресурсы других государств, поэтому и решили бороться вот таким способом. Возвращаясь к указу президента России, не возникнет ли ситуации, когда две параллельные структуры, по крайней мере две структуры, перед которыми поставлены схожие задачи, могут помешать друг другу? Безусловно, такой риск есть, но в принципе, у нас в стране часто бывает ситуация, когда какие-то две структуры занимаются параллельными какими-то вещами. И, в принципе, им всегда удается как-то договариваться и как-то находить общий язык, как-то разграничивать зоны ответственности. Я надеюсь, что в этом случае тоже им удастся это сделать. На вашей памяти, как эксперты, в кибербезопасности утечки, подобные появлению в публичном пространстве Насти Рыбки, случаются впервые? Да, в принципе, нет. Много было подобных скандалов, и просто мы про них забыли. Например, взлом Твиттера Медведева, что-то подобное. То есть периодически случаются такие вещи, просто такое, последствий обычно каких-то серьезных не наступает, поэтому мы про них забываем. Что ж, большое спасибо. С нами на прямой связи был эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский. Я вас благодарю. Эфир RTVI продолжит новости в нашем эксклюзивном формате «Вот», ведущий «On Demand». Это небольшие ролики, которые сопровождают каждую новость на нашем сайте rtvi.com. Вернемся в студию после «Водов».
Кремле подтвердили, что самолет Ил-96, на который предположительно ловили кокаиновых наркокурьеров, действительно летал в Аргентину. Однако, по словам пресс-секретаря управделами президента Елены Крыловой, этот борт всего лишь перевозил из Москвы в Буэнос-Айрес делегацию и ни в какой спецоперации по борьбе с наркотрафиком не участвовал. Доказательства журналистов об обратном, как заявила Крылова, основаны лишь на какой-то фотографии. Напомню, ранее РБК со ссылкой на ныне закрытый сайт Russian Planes написал, что преступники планировали перевезти 400 килограмм кокаина из российского посольства в Буэнос-Айресе в Москву дипломатической почтой в чемоданах на борту самолета специального летного отряда «Россия», который перевозит первых лиц страны. В Москве умерла старейшая актриса театра Маяковского Татьяна Карпова. Она родилась в 1916-м, начала играть в 1929-м и выходила на сцену вплоть до 2016-го. А последнее время женщина была прикована к инвалидной коляске из-за перелома шейки бедра. К тому же у нее был рак кожи. О времени и месте прощания пока ничего не известно. Компания «Российские железные дороги» предложила отменить список профессий, на которые запрещено принимать женщин. Сейчас такой перечень утверждается правительством. Документ от 2000 года включает 456 видов работ. Например, женщинам нельзя работать на шахтах или быть членами экипажей судов или, например, машинистами. РЖД предлагает принимать ограничения самим работодателям по согласованию с профсоюзами. Аргументы таковы: условия труда улучшаются и подобных запретов, например, в авиации, нет. В Министерстве труда России заявили, что такую работу по пересмотру перечня в ведомстве ведут уже второй год. Тверской суд Москвы 5 марта рассмотрит административное дело Алексея Навального о несогласованных акциях протеста 28 января. Политику вменяют повторное нарушение правил проведения митингов. Если его арестуют на 30 суток, он пропустит президентские выборы 18 марта. Альтернативный вариант наказания, который предусматривает эта статья, штраф до 300 тысяч рублей. Напомню, 28 января Навальный и его сторонники устроили в десятках городов России несогласованные акции уличных протестов, которые назвали «забастовкой избирателей». После того, как Навального отказались регистрировать на выборах, он призвал к их бойкоту. В России премьеру фильма «Мстители. Война бесконечности» вернули на 3 мая. Ранее показ фильма сдвинули на 8 дней. Прокатчик не стал объяснять, зачем перенесли премьеру, а в Минкульте тогда сказали, что новую дату согласовали заранее. В этот же день, 3 мая, выходит фильм «Собибор» Константина Хабенского, один из авторов идеи которого глава Министерства культуры Владимир Мединский. Компания Ericsson запустит сеть 5G до конца 2018 года, а не в 2019, как сообщалось ранее. Об этом рассказал на 18-м Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне директор компании Берье Экхольм. По его словам, компания уже подписала меморандум о взаимопонимании с 38 мобильными операторами и полным ходом ведет тестирование в Техасе. Как ожидается, новый стандарт связи позволит увеличить скорость беспроводной передачи данных до 10 гигабит в секунду и одновременно радикально снизит себестоимость передачи данных для операторов. В Подмосковье полиция задержала польского журналиста Томаша Мацычука. Об этом сообщает агентство ТАСС. В квартире журналиста в Мытищах провели обыски в рамках уголовного дела о возбуждении межнациональной розни. Также, пишет ТАСС, правоохранительные органы проверяют законность пребывания Мацычука в России. Кроме того, источник агентства сообщил, что журналист, который постоянно участвует в ток-шоу на российских телеканалах, сейчас задержан. Но официального подтверждения этой информации пока нет. В Калифорнии с апреля разрешат тестировать полностью беспилотные автомобили. Машины на автопилоте в штате можно было испытывать еще с 2014-го, но при обязательном условии. За рулем должен был находиться живой водитель, который готов в любой момент взять управление на себя. Теперь власти штата одобрили заезды на машинах, которые из людей контролирует только оператор в специальном центре, удаленно, но не сидящие в ней пассажиры. В пригороде Дамаска, восточная Гута, где Россия объявила режим гуманитарной паузы с 27 февраля, продолжаются бои и обстрелы. В Министерстве обороны России заявили, что боевики обстреливают гуманитарный коридор. Это мешает эвакуации больных и раненых. Ни один местный житель так и не смог покинуть район. И сирийские правительственные войска соблюдают объявленный режим перемирия и не отвечают на провокации. Но, по мнению международных наблюдателей, в восточной Гуте продолжаются обстрелы с обеих сторон. В этом регионе происходит столкновение между сторонниками Башара Асада и сирийской вооруженной оппозиции с 2011 года.
Продолжаем сквозной информационный эфир на RTVI. С вами Гарик Негницкий. Король Саудовской Аравии Салман Аль-Сауд отдал распоряжение об отставке практически всей военной верхушки. Своих постов в одночасье лишились сразу три генерала. Начальник генерального штаба вооруженных сил королевства, главнокомандующий сухопутными силами и командующими силами противовоздушной обороны страны. Такую информацию публикует саудовское информационное агентство SPA. Кстати, министр обороны – наследный принц Мухаммед ибн Салман. Его называли инициатором задержания 11 принцев и задержание 11 принцев осенью прошлого года. С нами на прямой связи по скайпу бывший посол России в Саудовской Аравии Андрей Бакланов. Андрей Глебович, я вас приветствую. Скажите, пожалуйста, почему все так внезапно, неожиданно, буквально за одну ночь, и насколько это действительно масштабная операция? Вообще это ожиданно, честно говоря, потому что есть определенная логика в действиях нынешнего руководства. Это уже третья волна изменений. Сперва она коснулась служб безопасности, и бывший наследный принц, он как раз руководил вопросами безопасности. Их клан фактически отстранен в настоящее время от этой сферы. Вторая волна коснулась в основном крупных бизнесменов, и с ними вели такой сложный разговор в отношении их участия в дальнейшем в планах развития страны. И теперь третья волна, она коснулась армейской верхушки и национальной гвардии. Поэтому, наверное, это где-то ожидалось. Это никак не связано с военными успехами или неуспехами Саудовской Аравии, ну, например, в Йемене? Это связано. Конечно, йеменская кампания достаточно неудачно пошла с самого начала, и до настоящего времени они не могут не преодолеть трудности. Но в целом то, что замыслил король и наследный принц, гораздо шире. В частности, ставится вопрос о том, чтобы на ближайшие годы была намечена большая программа строительства военных предприятий на территории Саудовской Аравии. Вчера, когда была объявлена такая амбициозная программа реорганизации вооруженных сил, говорилось о том, что Саудовская Аравия входит в пятерку стран с наибольшим военным бюджетом. И теперь очередной целью будет не только модернизация вооруженных сил за счет закупок вооружений, но и производство вооружений. На 10 лет запланировано строительство несколько десятков военных предприятий, и количество работающих в военной сфере к 30-му году возрастет на примерно 40-45 тысяч человек. Примечательно, что первое крупное предприятие вот в этой программе, это будет наше совместное предприятие по производству автоматов Калашникова. Второй страной, с которой хотят военно-техническое сотрудничество развивать вот на этом направлении совместного производства, это Турция. Каким-то образом на отношения Саудовской Аравии с Соединенными Штатами эти перестановки повлияют? Если я правильно понял, то что касается отношений Саудовской Аравии с Россией, вот производство автоматов Калашникова. Что с Соединенными Штатами, что, кстати, с Израилем? Ну, я думаю, что Соединенные Штаты Америки в обозримый период времени останутся основным военным и военно-техническим партнером Саудовской Аравии. Но, по-моему, увеличится сегмент других стран, с которыми будет по военной линии сотрудничать Саудовская Аравия, включая Российскую Федерацию. Поставлена цель диверсифицировать военные, военно-технические связи. И здесь как раз просматриваются и большие надежды на то, что с Российской Федерацией, наконец, от переговоров мы перейдем к реальным закупкам вооружений и от производства совместного на территории Саудовской Аравии. А с отставными генералами теперь что? Их просто уволили, отстранили или сейчас им грозит какое-то заключение? Ну, вы знаете, судя по той информации, которую мы сейчас получаем, большинству ничего особенного не грозит. Ну, например, бывший начальник генерального штаба Абдурахман
Буньян, он переведен на такую престижную, красиво звучащую должность политического советника короля Сальмана. И другие тоже им будут подысканы соответствующие какие-то места с тем, чтобы они дальше тоже безбедно существовали. Я думаю, пойдет так. То есть тут нельзя провести параллель с задержанием в прошлом году 11 принцев, говорить, что идет некая борьба за власть. Это все-таки немного другая тема. Ну, это тоже и борьба за власть, но здесь выдвигается еще вперед молодое поколение. Ну, вот характерная такая особенность. Смотрите, новым начальником генерального штаба становится человек, который еще на прошлой неделе ходил в звании полковника. Ему только что присвоено звание генерала. Это Фуад Ройл. И это очень характерно. Выдвигается вперед новое поколение военных, и считается, что они должны привнести большую динамику и лучше выполнять ту функцию, которая предназначена вооруженным силам, с учетом того, что на содержание и развитие вооруженных сил тратится колоссальный военный бюджет. Ну и, видимо, их связи с кронпринцем Мухаммедом играют тоже не последнюю роль. Я думаю, да, конечно, конечно. Это одно из основных продвижений. Большое спасибо. С нами на прямой связи по скайпу был бывший посол России в Саудовской Аравии Андрей Бакланов. В Словакии найдено тело журналиста-расследователя Яна Куцика. Его застрелили в собственном доме в небольшом населенном пункте Велкамача вместе с невестой. Убийство произошло между 22 и 25 февраля. Полиция обнаружила тело журналиста и невесты после того, как родственники сообщили о том, что они не выходят на связь. Куцак расследовал деятельность структур, которые занимались мошенничеством, возвратом НДС и другими противозаконными схемами. Подробнее об этом мы поговорим с моим коллегой Артемом Филатовым. Артем, я приветствую. Привет, Дарья. Кому мог перейти дорогу Ян Куцак, насколько далеко и высоко он забрался в своем расследовании? Версий множество, поскольку, во-первых, Ян Куцак — это вообще первый журналист, которого убили в Словакии. Для маленькой центральноевропейской страны это настоящий шок. Полиция действительно говорит, что убийство связано с его расследованиями. И тут возникает вопрос, потому что расследований несколько. Вообще Ян Куцак занимался такой острой темой, это возврат НДС, махинации, связанные с этим. Я напомню, что здесь есть явная параллель. Российский юрист Сергей Магнитский, для которого также тема возврата НДС оказалась роковой. Но расследований у Яна Куцака было несколько. Одна — это трансграничная тема, связанная с тем, что компании из Латвии, Словакии, Австрии, из разных частей Европы участвовали в схеме по отмыванию денег по возврату НДС. Другая тема – это материал о недвижимости в центре Братиславы, элитной недвижимости. Там тоже шла речь об отмывании части средств, и даже замешан был в эту схему, по сообщениям местной прессы, министр внутренних дел страны. И третья, последняя тема, и вот как раз с ней связывают коллеги Яна Куцака и его убийство, это дело итальянской мафии. Вот нам дала комментарий журналист из Словакии Олеся Басараб. Давайте послушаем про эту версию подробнее. Он нашел тему проблем с отмыванием еврофондов калабрийской мафии. Предприниматели итальянцы участвовали в фирмах на востоке Словакии, обычно аграрных. Вот какой-то биоурожай они получали, еврофонды или под какие-то другие полезные проекты. И потом какой-то способ эти деньги отмывали и переводили на родину, в Италию. Ну и при этом журналист, коллеги словацкого репортера говорят, что он был крайне осторожен в своих расследованиях. Он не брал всю информацию под себя, что называется, вот на таком сленге расследователей. То есть он делился ею с коллегами. Это должно быть, по идее, гарантией от убийства, потому что чем больше людей знает, тем сложнее информацию эту дальше убрать. И второй момент. Ян Куцак, он был найден мертвым со своей невестой.
И именно из-за изменения своего статуса он хотел больше себя обезопасить и меньше рисковать. Но нам рассказала, опять же, журналист и его коллега, но теперь уже из Латвии, Мария Кюгель, что, в принципе, в такого рода расследованиях защитить себя практически невозможно. Это похоже больше на минное поле. Вот ее комментарий. Специфика трансграничных расследований, особенно в Европе, там, где границы близко, особенно в делах с каруселями НДС, состоит в том, что ты никогда не знаешь, куда тебя выведет это расследование. Можно вдруг, неожиданно для себя, наступить на мину, сорвать растяжку. И, да, возможно, журналисты слишком хорошо углубились в свои темы. Артем, ты провел параллель с Сергеем Магнитским, очень интересную и знаковую. А можно ли провести другую параллель с коллегой Яна Куцика, с мальтийской журналисткой Дафной Каруаной Галисией, которую убили на Мальте? Резонансное тоже было преступление. И она подбиралась, в общем-то, и к руководству страны. Да, Гарри, ты прав здесь. Второе резонансное убийство журналиста в Евросоюзе за полгода. И мы говорили с юристами из Transparency International. Они напрямую указывают на то, что, вот, похоже, европейские государства не справляются с защитой своих журналистов, которые занимаются такими резонансными темами. Конечно, и реакцию властей, и реакцию полиции не сравнить с тем, как реагируют власти России на громкие преступления и убийства журналистов. Но, тем не менее, сам факт того, что журналист расследуется в Европе оказывается убит, расследуя знаковые преступления, где замешаны большие деньги и в том числе высокопоставленные чиновники сразу из нескольких стран. Этот факт, по версии Transparency International, является крайне серьезным. И пока что совершенно непонятно, как ситуация будет развиваться дальше, потому что Ян Куцак, да, это 27-летний журналист из Словакии, но есть еще коллеги, борцы с коррупцией по всей Европе, и они видят, нам сказали об этом, что работать стало сложнее. В той же Словакии все знали, что да, журналисты могут судить, его могут затаскать по судам, поэтому все проверяли каждую строчку в своих расследованиях. Но то, что могут убить для словацкого и журналистского сообщества, и для жителей страны, и для соседей, потому что даже там министр иностранных дел Болгарии высказалась о том, что это крайне тревожный факт. То есть для всех это стало таким безусловным шоком и поворотной точкой. Большое спасибо, Артем. Мой коллега Артем Филатов. Мы говорили о резонансном убийстве словацкого журналиста Яна Куцика, причем это первое убийство журналиста в истории Словакии. К другим темам. Дональд Трамп пойдет на второй срок в 2020 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. Ранее экстренная новость появилась на ресурсе Judge Report. Издание отмечает, что Трамп принял решение спустя всего год после своего избрания на пост президента США. По информации Judge Report, руководить кампанией будет интернет-специалист Брэд Паскаль. Его называют человеком, который принес победу Трампу на прошлых выборах. Мы следим за развитием событий и ждем официальных комментариев. С вами сквозной информационный эфир на RTVI. Мы продолжим после рекламы.
Сквозной информационный эфир на RTVI продолжит наша рубрика «Инфошум» о событиях или заявлениях, значимость которых сильно преувеличена. Разбираем, какие новости действительно новости, а какие ими только притворяются. Рубрику «Инфошум» представляет главный редактор RTVI Алексей Пивоваров. Привет, Гарри. Вообще, каждый день удивляюсь, из какой только ерунды не сделают новости уважаемые и не очень уважаемые СМИ. В общем, десятки, чуть ли не сотни изданий пишут, например, про то, что в одной из частей эстонской армии солдат заставляют маршировать под песню «Лесных братьев», в которой есть слова про убийство русских. Об этом сообщает правозащитный центр «Китиш», ссылаясь на поступившую жалобу. Директор правозащитной организации рассказывает, что русскоязычные солдаты отказались исполнять песню, теперь опасаются кары. В песне, в частности, есть строчки «Моих мать и отца расстреляли, дорогая отправлена в Сибирь, теперь брожу по болотам и тропам и убиваю русских тибл». Это пренебрежительное название русских. Правозащитники Китежа в запросе в Минобороны Эстонии попросили ведомство прокомментировать, действительно ли солдаты поют песню «Лесных братьев». В ответ отдел коммуникации Генштаба сил обороны Эстонии заявил, что такой вариант песни солдаты не исполняют. Строевые песни утверждают командование подразделений, и приведенный в статье вариант песни там согласовать не могли, подчеркнули в Генштабе. Почему это инфошум? Ну, потому что даже если в одном из подразделений кто-то и исполнил песню «Лесных братьев» с неутвержденным текстом, то это могла быть или провокация, или, что, скорее всего, неудачная шутка, никак не санкционированная военным начальством. Об этом, собственно, и говорит эстонский генштаб. В официальной версии песни «Лесных братьев» ничего про убийство русских не говорится, но мы знаем, что во многих песнях есть несколько вариантов текстов. Надо понимать, что в качестве неформальных строевых песен зачастую используют те, что не согласованы ни с кем, тем более с командой. Например, в России это и песни времен гражданской войны, и песни советских бардов, и даже современные западные хиты. Например, пару лет назад в соцсетях разошлось видео, как российские солдаты на плацу поют песню Леди Гаги. Тем не менее, более 45 российских СМИ очень серьезно отнеслись к этому сообщению и выставили ситуацию так, как будто солдат по всей Эстонии заставили петь антирусские песни. Например, издание «Цензуры нет» выпустило заметку под заголовком «Эстонских солдат заставляют маршировать под песню про убийство русских». «Труд» озаглавил новость «Эстонских солдат заставляют учить песню лесных братьев». А «Политика сегодня»... Озаглавил новость так. СМИ, двоеточие. Эстонские солдаты учат строевую песню с призывом убивать русских. Ну, ужас. Если послушать ужас. Иногда, что поют российские солдаты или, скажем, ополченцы, то не захочется особенно. И других критиковать. Да, даже не будем про, не будем про грустные. А вот депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев предложил не снимать актеров с антироссийскими взглядами в фильмах с госфинансированием. О своей инициативе парламентарий рассказал телеканалу «RT». По словам Сухарева, он подготовил соответствующий запрос главе Минкультуры Владимиру Мединскому. Депутат называет странной ситуацию, когда деятели культуры, цитата, «поливают грязью русских за счет налогоплательщиков». Вообще, вот что-то сегодня просто тема с этими русскими несчастными, якобы. Член ЛДПР предлагает разработать специальные рекомендации для режиссеров по работе с неблагонадежными актерами. Почему это инфошум? Потому что это лишь предложение одного из рядовых депутатов. При этом Сухарев не требует запретить снимать актеров-русофобов, а лишь подготовил запрос, где предлагает рассмотреть возможность выпуска рекомендаций для режиссеров. Кто и как будет определять, у какого актера антироссийские взгляды или антирусские, а у какого нет, Сухарев, по крайней мере, в интервью, разумеется, не уточняет. Понятно, что предложение депутата – это продолжение истории с Алексеем Серебряковым. Мы о ней уже рассказывали, в том числе в рубрике «Инфошум». Однако, судя по тому, что ни Кремль, ни профильное министерство слова актера толком не комментируют, там решили скандал не замечать и, в общем, правильно сделали. К тому же, если, скажем, в Минкульте захотят, чтобы какой-то актер не снимался в фильме с госфинансированием, то такое пожелание, скорее всего, будет оформлено приватно и устно. Ну, потому что, зная современную политическую культуру России, практически можно не сомневаться, что письменных свидетельств таких рекомендаций не останется нигде. Что касается самой депутатской инициативы, то, скорее всего, речь идет об обычной попытке привлечь к себе внимание на громкой теме, потому что Сухарев уже не в первый раз выступает с идеями, которые никто не принимает всерьез. Так он уже предлагал перенести празднование Дня защитника Отечества на август, предлагал законодательно предупреждать женщин о вреде татуировок и еще предлагал запретить в России хождение валюты вообще.
Несмотря на это, предложение Сухарева выдали за серьезное обсуждение более 60 российских СМИ. Заметки вышли под заголовками вроде «Актерам, критикующим Россию, запретят сниматься в кино». Видимо, совсем. Депутат предложил запретить актерам с антироссийскими взглядами сниматься в отечественном кино. И в Госдуме предложили лишить актеров, поливающих грязью русских, работы. Вот так. Знаешь, Леш, я когда слышу, всякий раз, когда принимает какой-нибудь запрет, раздается множество голосов о том, что ну все, дно падать больше некуда. Но как раз в этот момент я слышу очередной инфошум и понимаю, что снизу постучали. Но еще не достигнуто падать. Дать волю всем инициативам просто и вообще нельзя будет дышать. Запретят практически все. В том числе рубрику «Инфошум». Пока ее не запретили, на сайте rtvi.com много разного другого инфошума и его анализа. Заходите. Большое спасибо, Алексей Пивоваров, главный редактор RTVI в рубрике «Инфошум». Генетики усомнились в дикости лошади Пржевальского. Оказывается, лошади Пржевальского были не последними существующими сейчас дикими лошадьми, а одичавшими потомками животных, которые когда-то были одомашнены. Разобрался в этом наш научный консультант Андрей Коняев. Международная группа исследователей обнаружила, что лошади Пржевальского на самом деле не дикие лошади, а скорее всего одичавшие домашние. Дело в том, что лошади были впервые одомашнены так называемой батайской культурой. Она существовала на территории современного Казахстана где-то 5500 лет назад. Соответственно, ученые в рамках нового исследования, там участвовали ученые из России в том числе, провели глобальный анализ геномов лошадей, которые у них были. Это несколько десятков геномов древних лошадей, выделенных из останков, вот, и анализ геномов современных лошадей. Вот. В результате удалось обнаружить удивительную вещь. Во-первых, большинство современных домашних лошадей не являются родственниками тех лошадей, которых одомашнили батайская культура, то есть 5500 лет назад. Скорее всего, это была какая-то другая популяция. И, скорее всего, одомашнивание тех лошадей, к которым мы привыкли, произошло где-то 4000 лет назад. А второе, оказалось, что лошади Пржевальского родственники батайских лошадей. То есть, скорее всего, они просто одичали. Напомним, это важно помнить, почему это интересно, что лошади Пржевальского считались единственными дошедшим до нас диким видом лошадей. RTVI, студия Елена Светикова. Коротко о главном в этом выпуске. А из нашего окна российского посольства в Вашингтоне откроют площадь Немцова. Хотел воевать на стороне ИГИЛ. В Назарете вынесли приговор израильтянину из Беларуси, который готовился уехать в Сирию. Прошелся по верхам. Король Саудовской Аравии сменил военное руководство страны и нескольких губернаторов. Новость последних минут. Дональд Трамп пойдет на второй срок в 2020 году. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на свои источники. А ранее эту экстренную новость разместил ресурс Drudge Report. Издание отмечает, что Трамп принял решение спустя всего год после своего избрания на пост президента США. Руководить кампанией будет интернет-специалист Брэд Парскаль. Его называют человеком, который принес победу Трампу на прошлых выборах. Мы следим за развитием событий и ждем официальных комментариев. В Вашингтоне сегодня официально откроется площадь Бориса Немцова. Это название по решению городских властей присвоено части улицы перед посольством России в США. К 3-летней годовщине убийства политика Государственный департамент выпустил специальное заявление, в котором назвал Немцова ведущей фигурой демократического движения и призвал власти России убедиться, что наказаны все виновные в преступлении. Мы чтим память Бориса Немцова, его жизни и его труда. И мы вновь призываем правительство России отстаивать свои обязательства по охране и продвижению общепризнанных прав человека, в том числе свободы выражения, свободы мирных собраний и свободы создания ассоциаций. Мы еще раз призываем правительство России добиться, чтобы все, кто был вовлечен в это преступление, включая организаторов и тех, кто отдал приказ, были привлечены к ответственности в соответствии с законом.
Бориса Немцова застрелили в самом центре Москвы на Большом и Скворецком мосту в двух шагах от Кремля 27 февраля 2015 года. Приговор по делу об убийстве вынесли в июле прошлого года. Предполагаемый киллер Заур Дадаев и четверо его сообщников получили от 11 до 20 лет заключения. Заказчиком преступления по-прежнему не установлен. Родные соратники оппозиционера убеждены, что к организации убийства причастны люди из бывшего окружения главы Чечни Рамзана Кадырова. Король Саудовской Аравии отправил в отставку армейское руководство страны. Своих постов лишились начальник генштаба, командующий силами ПВО, сухопутными и ракетными войсками. Перестановки прошли не только в армии, заменили и губернаторов, их заместителей, а также мэров некоторых городов. А на должность замминистра труда и социального развития король назначил женщину. Официальные причины кадровых перестановок пока неизвестны. По версии BBC, к этому может быть причастен наследный принц. Он известен своими реформами в королевстве. Сейчас принц занимает пост министра обороны и возглавляет специальный комитет по борьбе с коррупцией. В ноябре 2017 года власти начали задерживать подозреваемых в таких преступлениях. Под стражу взяли около 200 человек. Затем им предложили свободу в обмен на деньги и активы. Общий ущерб власти оценили в 200 миллиардов долларов. Израиль приостановил сбор налога с церквей в Иерусалиме, из-за которого вот уже третий день закрыт храм гроба Господня. В сегодняшнем заявлении канцелярии премьер-министра Нетаньягу говорится, что взыскание многомиллионной задолженности будет отложено. Для решения вопроса создадут специальную комиссию. Критическая ситуация сложилась в конце прошлой недели. В воскресенье мэр Иерусалима рассказал, что долг по муниципальному налогу на принадлежащую христианским церквям недвижимость почти 200 миллионов долларов. По его словам, речь идет о коммерческих зданиях, гостиницах и служебных помещениях. В тот же день в знак протеста представители трех конфессий закрыли храм гроба Господня в Иерусалиме. По мнению лидеров христианских общин, действия чиновников нарушают статус-кво святых мест. Суд в Израиле приговорил репатрианта из Беларуси Валентина Мазлевского к 3 годам тюрьмы. Его признали виновным в попытке вступить в ряды запрещенной группировки «Исламское государство». Мазлевского арестовали год назад. По данным следствия, он принял ислам, находясь в еврейском государстве, куда приехал в 90-х годах. А в Сирию собирался попасть через Турцию. Подробнее об этом деле Евгений Сова. Имя Валентина Мазлевского стало известно широкой публике в Израиле ровно год назад. Именно в марте 2017 года спецслужбы и полиция разрешили к публикации информацию о его задержании, а также о том, что против него было подано обвинительное заключение в окружной суд города Назарета. Ну, Валентин Мазлевский, репатриант из Беларуси, прибыл в Израиль в 1996 году. В 2000 году он принял ислам, женился на девушке, на мусульманке, жительнице деревни Шибли. У них 5 детей. И вот, по мнению спецслужбы, он попытался несколько лет назад вступить в ряды запрещенной организации «Исламское государство». С этой целью он даже купил билет в Турцию в один конец и был на связи с активистом этой организации в Сирии. По всей видимости, он и давал, этот активист давал ему указания. Причем, как сообщается в обвинительном заключении, с этой целью он использовал приложение Telegram. И вот буквально перед тем, как улететь в Турцию, Мазлевский был задержан, помещен под стражу, и против него было подано обвинительное заключение. И вот вчера окружной суд города Назарет вынес решение по этому делу. Он признал его виновным в связях с преступной запрещенной группировкой «Исламское государство». Мазлевский получил срок 38 месяцев тюрьмы, еще 12 месяцев условно. Он также должен будет выплатить штраф в размере 12 тысяч шекелей. Это чуть более 3 500 долларов. Ну, в самой деревне Шибли, где мы были и делали даже отдельный репортаж около года назад, и продолжают говорить, что это все неправда, что не может быть, чтобы Валентин Мазлевский пытался вступить в ряды «Исламского государства». В этой деревне, это бедуинская деревня, большинство мужчин проходили службу в армии, там не приемлют все, что касается «Исламского государства». И вот что по этому поводу говорит глава местного совета Наим Аль-Абад.
Я хорошо знаю семью Валентины и его историю перехода в ислам. Я также знаю его жену. Могу точно сказать, что девушка из очень хорошей семьи. Ее отец много лет служил в службах безопасности. Я вообще никак не пойму, откуда появилась вся эта история с исламским государством. В нашей деревне никогда подобного не было, и я в это не верю. Ну, Валентин Мазалевский далеко не первый израильский гражданин, который арестован и осужден за попытку вступить в организацию «Исламское государство». Надо сказать, что это явление довольно распространенное в последние годы среди израильских арабов. Многие из них в попытке легкой наживы пытаются вот так связаться с активистами этой организации на территории Сирии, Северного Ирака, и затем заработать деньги, поехать туда и быть наемниками. Израильские спецслужбы активно занимаются поиском таких потенциальных боевиков. За последние два года около 60 человек были задержаны, и им так или иначе предъявлены обвинения. Но вот Мазалевский стал первым репатриантом из бывшего Советского Союза. Мало того, что он принял ислам, так он еще и теперь ему придется отбывать тюремный срок за попытку вступить в ряды исламского государства. Ну, надо сказать, что мы общались также с членом местного совета деревни Шибли Зиданом Сальфити. И вот что он говорит по этому поводу. У меня это не укладывается в голове. Это не наша деревня. Здесь никто никогда даже не думал про боевиков ИГИЛ. Я все еще верю, что в этой истории гора родила мышь. Он образцовый гражданин, служил в армии, пятеро детей. Не верю. Пока не ясно, будут ли адвокаты Мазалевского обжаловать это решение. Если такое обжалование будет и в итоге Верховный суд будет рассматривать это дело, то, конечно же, оно получит большой резонанс. Мы тоже за этим будем следить. Евгений Сова, Владимир Плоткий, Ближневосточное бюро RTVI, Израиль. Суд штата Нью-Йорк отклонил иск об отмене федерального запрета на употребление марихуаны. Решение судьи опубликовано на официальном сайте. Иск был подан летом прошлого года. Родители двух больных детей и компания-производитель каннабиса требовали исключить марихуану из списка наркотиков. Судья перенаправил истцов в профильное ведомство – Федеральное управление по борьбе с распространением наркотиков. При этом он не стал оспаривать возможность применения каннабиса для лечения больных. К легализации марихуаны в США относятся неоднозначно. На федеральном уровне законы причисляют ее к наркотикам. Однако в 9 штатах курить травку разрешено. А еще в 29 можно продавать каннабис в медицинских целях. Сегодня в подмосковных Мытищах полиция задержала польского журналиста Томаша Мыцейчука. Как он сам написал в Фейсбуке, обыск в его съемной квартире проводился по делу о возбуждении ненависти либо вражды. Интерфакс сообщил, что подозреваемого нашли некую националистическую символику. После нескольких часов в отделении поляка отпустили до суда. За нарушение правил миграционного учета ему грозит штраф с депортацией и запрет на въезд в Россию. Мыцейчук – частый гость ток-шоу на федеральных каналах российского телевидения. Его выступления много раз оборачивались скандалами. Год назад он назвал в эфире советских участников Второй мировой войны красными фашистами. В ответ на это российский политолог Руслан Осташко устроил с ним драку. На прошлой неделе они провели настоящий боксерский поединок, в котором россиянин одержал победу по очкам. В Европе из-за морозов и снегопадов погибли уже как минимум 14 человек в Польше, Франции, Словакии и Литве. Холода установились в большинстве стран континента. В Великобритании из-за погоды отменили сотни поездов и десятки авиарейсов. Некоторые дороги перекрыты. Во Франции снег выпал даже на лазурном побережье. В стране ввели в действие план «Мороз». По нему бездомным предоставляют ночлег. В столице Италии второй день подряд закрыты школы и детские сады. Ла Стампа пишет, что тысячи пассажиров не могут покинуть поезда, остановившиеся на путях из-за мороза и снега. В районе Доломитовых Альп температура опускается до минус 20 градусов. Снег выпал даже на юге страны. В Неаполе это произошло впервые за 60 лет. Из-за осадков остановил работу местный аэропорт, а вершина вулкана Везувий полностью покрылась снегом. Причиной аномальных холодов стал циклон из Сибири. На околоземной орбите произошла смена командования. 54-й экипаж МКС уступил место 55-му. Передача космического хозяйства транслировалась в прямом эфире и была очень трогательной. Российский космонавт Александр Мисуркин вручил символический ключ от станции своему соотечественнику Антону Шкаплерову. Потом все обнялись, позвонили в колокол и попрощались.
Спускаемый аппарат «Союз» отстыковался от МКС и взял курс на Землю. 54-й экипаж, в который также входят астронавты НАСА Джозеф Акабу и Марк Ван де Хай, провел на МКС почти полгода. Приземление ожидается завтра в казахстанской степи. На встречу космонавтам уже выдвинулись поисковики. По данным ТАСС, в операции будут участвовать 250 военных. Информационный эфир вновь продолжает сквозное вещание с Гарри Книгницким. Гарри, расскажи, чего ждать зрителям в твоем новом часе? Лена, мы ищем подтверждение, официальное подтверждение намерения Дональда Трампа избраться на второй президентский срок. Поговорим, если это намерение действительно подтверждается, то почему Трамп заявляет об этом так рано, буквально на втором году своего президентства. Кроме того, обсудим, конечно же, судьбу борта Ил-96 под номером 96023, который сегодня, по данным сервиса Flight Radar, замечен в Бангкоке, столице Таиланда. И там же, в Таиланде, в тюрьме сейчас находится фигурантка расследования Алексея Навального Настя Рыбка, которая обратилась к американской прессе через интернет с просьбой о помощи. В обмен, по ее словам, у нее есть некая информация, которая связывает российских политиков со штабом Дональда Трампа. Спасибо, Гарри появится в этой студии через несколько мгновений, а следующий выпуск новостей менее чем через час.
Продолжаем сквозной информационный эфир на RTVI. С вами Гарик Негницкий. Развитие кокаинового скандала, информацию о том, что Ил-96-300 под бортовым номером 96023 был в декабре в Аргентине, подтверждает сервис для отслеживания самолетов в режиме онлайн «Flight Radar». По данным этого сервиса, этот же борт был в январе 2018 года в Нью-Йорке. Даты совпадают с визитом в Соединенные Штаты директора службы внешней разведки Сергея Нарышкина, главы ФСБ Александра Бортникова и начальника главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игоря Коробкова. И этот же борт находился в Мюнхене в феврале 2018 года, в те дни, когда там проходила ежегодная конференция по безопасности. По словам пресс-секретаря управделами президента Елены Крыловой, опубликованные данные неверны и основаны лишь на некой фотографии. Она подтвердила, впрочем, что самолет действительно выполнял рейс в Аргентину, но лишь доставил туда российскую делегацию. Вывод, что борт 96023 связан с кокаиновым делом, журналисты сделали на основе фотографий и видеозаписи аргентинской жандармерии. На одном из снимков видно самолет, в который загружают некий груз, как впоследствии выяснили, это мука, на которую заменили кокаин. Добавлю, что сайт, на который поначалу ссылались многие российские журналисты, сайт Russian Planes, был закрыт по инициативе автора этого сайта. На этом ресурсе находились фотографии очень многих авиационных фотографов. Там была собрана довольно богатая библиотека воздушных судов со всего мира. Тем не менее, автор решил закрыть этот ресурс. Сейчас мы будем разговаривать и о судьбе борта 96023 и о том, какие обстоятельства нам удалось вскрыть с помощью сервиса Flight Radar с моим коллегой Сергеем Морозовым. Он у нас в студии. Сережа, я тебя приветствую. Приветствую. Что удалось выяснить, анализируя перемещение этого самолета по всему миру и каким образом он действительно связан с этим скандалом? У него, естественно, у этого самолета очень много перемещений, поскольку, вероятно, какими-то деликатными поручениями его миссия не ограничивается. Действительно, он перевозит лиц из российского правительства, в том числе и Сергея Лаврова. Но есть какие-то очень любопытные рейсы, которые обращают на себя внимание. В частности, конечно, удивительный крайний рейс, который был совершен 26 февраля. И это рейс ни много ни мало в Бангкок. Мы все помним, накануне, совсем недалеко от Бангкока, в Паттайе были арестованы Алекс Лесли и Настя Рыбка. Удивительное, конечно, совпадение, что по каким-то вдруг поручением этот борт правительственный вдруг срочно вылетел туда, и он сейчас там находится, если верить этому сайту. Есть, конечно, еще любопытная такая запись, связанная с тем, что этот борт совершал рейс действительно в США, куда в обход санкций полетели руководители наших спецслужб, и это было наделало огромный скандал в Соединенных Штатах. Возможно, мы сопоставляли там данные, есть такая вероятность, что этим бортом мог вылететь Сергей Лавров на сессию ООН, но, в принципе, там не подтверждается из-за того, что борт уже находился в полете, когда Лавров все еще по официальным данным находился в Москве. То есть, вероятно, и в этом случае миссия вот этого Ила-96 была миссией такой своеобразной, миссией тайной. Вообще, конечно, вырисовывается очень любопытная картина, если проследить передвижение этого самолета. Он сравнительно новый, то есть он не мог очень много где засветиться, но уже то, что мы видим по этой истории, это уже, конечно, замечательно. Но, конечно, повторюсь, многие рейсы выглядят вполне обычными. А вот его перемещение в декабре, его полеты в Аргентину, они в общем и целом совпадают как раз с теми данными, которые фигурируют в материалах дела. Того дела, которое ведут аргентинские спецслужбы в первую очередь. Ну, мало того, что данные о перемещениях совпадают, так еще, конечно, совершенно четко не одна фотография, а две фотографии, которые можно снять с видео. А видео это, между прочим, не какое-то там непонятно какое. Это именно официальное видео, распространенное аргентинской жандармерией, которая ведет это расследование. То есть здесь, конечно, вряд ли мы можем предположить, что для каких-то целей аргентинская жандармерия подделала номер самолета. Там вполне совершенно четко читается вот эти 96023, очень четкий номер. Ну и, конечно, совершенно, поскольку у самолетов, как оказалось, есть номера, этот самолет устанавливается достаточно очевидно. Именно туда загружают вот эти пакеты с белым порошком. Тут ошибки быть не может. Я знаю, что тебе удалось поговорить и с некоторыми экспертами, которые сумели пролить свет на тайну перемещения этого борта. Давайте послушаем, что они рассказали.
РБК, ну и многие другие ресурсы стали пользоваться базой Russian Planes вообще для, скажем так, наполнения своих новостных и прочих сюжетов фотоматериалом касательно конкретных летательных аппаратов. По работе вызывали в определенный момент в первый отдел, грубо говоря, и мягко намекнули, что определенные фотографии, ну, мягко скажем, не рекомендуется выкладывать на такой ресурс. Ну вот смотри, Сереж, это как раз говорилось о сайте russianplanes.net, с которого все и началось, ведь уже потом мы в RTVI стали расследовать данные сервиса FlightRadar. В частности, ты, в общем, вывел всю эту цепочку, все взаимосвязи и то, каким образом самолет перемещался по миру. Но все же начиналось как раз с Russian Planes. Первые данные были взяты именно с этого сайта, хотя подобных ресурсов существует, в принципе, немало. Есть масса людей, которые увлекаются авиацией, которые выкладывают свои снимки. Но вот что характерно, этого ресурса больше нет. То есть уже часов 10, как сайт закрыт, причем не по требованию Роскомнадзора. Это уникальная, может быть, для России ситуация заключается в том, что сам владелец этого ресурса решил закрыть его по добру, по здорову, как бы чего ни вышло. Ну, поражает, конечно, еще скорость закрытия сайта, потому что вот прошел там час с момента публикации расследования, и все, сайта нет, причем он исчезает полностью и целиком, со всеми фотографиями, со всем наполнением. Остаются страницы в кэше, которые уже не привязаны к фотографиям, они никуда не ведут. И, конечно, там еще какое-то время висит прощание, но потом убирают и его. То есть какая-то тотальная чистка, и даже владелец сайта не выходит на связь. Он как-то комментирует, но так анонимно, что он просто никого не хотел подставлять. Как это все понимать, непонятно. Были ли ему какие-то угрозы, не ясно. Просто сайта нет, и все. Ну, слава богу, пока еще есть сервис FlightRadar, благодаря которому тебе и удалось вскрыть очень многие факты. В частности, то, что Ил-96, тот самый, с бортовым номером 96023, находится в Бангкоке, столице Таиланда. У нас в студии был мой коллега Сергей Морозов, который занимается расследованием кокаинового дела. Сереж, спасибо большое. Спасибо. Главная, пожалуй, тема сегодня, буквально несколько минут назад появилась информация о том, что Дональд Трамп пойдет на второй срок в 2020 году. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на свои источники. Ранее экстренная новость появилась на ресурсе Drudge Report. Издание отмечает, что Трамп принял решение спустя всего год после своего избрания на пост президента США. По информации Drudge Report, руководить компанией будет интернет-специалист Брэд Парскаль. Его называют человеком, который принес победу Трампу на прошлых выборах. С нами на прямой связи из Нью-Йорка мой коллега Денис Маленин. Денис, мы ждем, вот по крайней мере полчаса ждали подтверждения этой информации из официальных источников. Подтверждает ли Белый дом, что Трамп идет на второй срок? Да, Гарри, приветствую. Ну вот около часа назад, как вы уже правильно сказали, эта информация появилась сначала на Drudge Report, потом ее начали цитировать сначала со ссылкой на Drudge Report, потом со ссылкой на источники в Белом доме, уже такие крупные информагентства, Associated Press, Reuters. Пока официального подтверждения этой информации нет. Но вот судя по тому, что сразу несколько крупных информагентств дают эту информацию сейчас со ссылкой на свои источники, можно, в принципе, ожидать того, что официальное заявление последует уже в совсем ближайшее время. Каждый день в Белом доме проходят брифинги примерно в час 30 по нью-йоркскому времени, то есть примерно через 2 часа, возможно, Сара Сандерс или кто-то из других представителей Белого дома официально объявит, может быть, это будет и сам Дональд Трамп, о том, что он идет на президентские выборы 2020 года. В принципе, это довольно неожиданная новость, потому что Дональд Трамп вступил, собственно, в свои обязанности всего год назад, и это был не самый легкий год для Дональда Трампа. Весь этот год ему приходится доказывать, что он способен выполнять свои обязанности, что он может представлять страну, что он действительно дееспособен, что он может защищать интересы каждого американца. И весь этот год прошел в противоречиях. Опросы последние показывают, что, в принципе, не так много американцев доверяют Дональду Трампу, не так много американцев считают, что он справляется со своими обязанностями. Буквально вот последняя история со стрельбой в школе во Флориде показала, что 60% американцев, это был опрос телеканала
CNN, 60% американцев считают, что Дональд Трамп мог что-то изменить, можно было принять какие-то законы, но вот они не были приняты, и из-за этого, во многом именно из-за этого произошла вот эта массовая стрельба. То есть недоверие в американском обществе, оно все равно существует. И несмотря на обещания, которые Дональд Трамп сделал во время своей предвыборной кампании, мы знаем, что это была и борьба с нелегальной иммиграцией, строительство стены, запрет на въезд для граждан мусульманских государств. Все эти нормы, которые пытался Дональд Трамп реализовать, все эти нормы так и не были реализованы. То есть мы знаем, что стена так и не была воздвигнута. Проблемы с введением в силу этого запрета на въезд возникали в течение вот всего этого года. То есть Трамп подписывал указ о запрете на въезд, его блокировал суд, Трамп подписывал следующий указ, его снова блокировал суд. А, пожалуй, таким главной победой Дональда Трампа было принятие налогового кодекса, новой налоговой реформы, которую он провел в конце этого года. С колоссальными проблемами были серьезнейшие дебаты в Конгрессе. Было две попытки принять эту налоговую реформу. В конце концов она была принята. И это многие считают действительно серьезной победой Трампа, потому что он серьезно снизил налоги, прежде всего для крупного бизнеса, с 35% до 21%. Серьезно были снижены налоги для среднего класса, но это ненадолго. Через несколько лет эти налоги все-таки вернутся. Но вот многие считают, что действительно принять налогового кодекса — это одна из немногих побед Дональда Трампа. Также не удалось все еще отменить Обамакер. Правительство США переживало шатдаун из-за того, что не могли договориться по так называемым мечтателям. Это дети, несовершеннолетние дети нелегальных иммигрантов, которые приехали несколько лет назад вместе с родителями, остались здесь. Барак Обама, 44-й президент США, своим указом разрешил им остаться. Дональд Трамп несколько месяцев назад заявил, что им нужно вернуться на свою родину. Из-за этого были грандиозные дебаты в Конгрессе. Демократы стояли насмерть, говорили о том, что мы не допустим того, чтобы дети нелегальных иммигрантов отправили их к себе на родину, с которой их уже ничего не связывает, потому что они даже не знают языка на той страны, к которой им нужно будет вернуться. В общем, споры в обществе, в американском обществе по поводу личности Дональда Трампа, его заслуг, они довольно серьезные продолжаются. Поэтому довольно неожиданно, почему именно сейчас Дональд Трамп сделал такое заявление. Интересно, что сейчас мы знаем об его кампании. Он заявил, что назначит Брэда Паскаля главой избирательной кампании. Этот человек очень известен Дональду Трампу. Он с ним работает с 2011 года. Паскаль занимался, во-первых, он, что называется, был главой диджитал-направления и в избирательной кампании Трампа. Он занимался его сайтом, он занимался сбором средств в интернете на избирательную кампанию, так называемый fundraising. Он проводил различные мероприятия. Вообще, когда Дональд Трамп решил, что он пойдет на выборы 2016 года, Паскаль был первым человеком, которому Дональд Трамп позвонил и сказал, что я тебя беру в свою команду. Вот сейчас он будет главой избирательного штаба. То есть можно предположить, что Дональд Трамп делает ставку на, ну скажем так, молодое поколение. То есть те люди, которые сейчас вовлечены в диджитал-сферу, вовлечены в интернет, он будет развивать вот это направление для того, чтобы, ну скажем так, отразить атаку либерального крыла американского общества, либеральной сферы, которая, конечно, очень сильно критикует и которую большей части поддерживает молодое поколение в крупных городах, на западном побережье, на восточном побережье. И, конечно, с этими людьми Дональду Трампу также нужно будет работать. Большое спасибо, Денис. Что еще корреспондент RTVI Денис Малинин из Нью-Йорка. Мы ждем подтверждения из официальных источников новости о том, что Дональд Трамп будет избираться на второй президентский срок. Эфир RTVI продолжит новости в нашем эксклюзивном формате «ВОД», ведущий «On Demand». Это небольшие ролики, которые сопровождают каждую новость на нашем сайте rtvi.com. Вернемся в студию после «ВОДов». В Кремле подтвердили, что самолет Ил-96, на который предположительно ловили кокаиновых наркокурьеров, действительно летал в Аргентину. Однако, по словам пресс-секретаря управделами президента Елены Крыловой, этот борт всего лишь перевозил из Москвы в Буэнос-Айрес делегацию и ни в какой спецоперации по борьбе с наркотрафиком не участвовал. Доказательства журналистов об обратном, как заявила Крылова, основаны лишь на какой-то фотографии. Напомню, ранее РБК со ссылкой на ныне закрытый сайт Russian Planes написал, что преступники планировали перевезти
400 килограмм кокаина из российского посольства в Буэнос-Айресе в Москву дипломатической почтой в чемоданах на борту самолета специального летного отряда «Россия», который перевозит первых лиц страны. В Москве умерла старейшая актриса театра Маяковского Татьяна Карпова. Она родилась в 1916-м, начала играть в 1929-м и выходила на сцену вплоть до 2016-го. А последнее время женщина была прикована к инвалидной коляске из-за перелома шейки бедра. К тому же у нее был рак кожи. О времени и месте прощания пока ничего не известно. Компания «Российские железные дороги» предложила отменить список профессий, на которые запрещено принимать женщин. Сейчас такой перечень утверждается правительством. Документ от 2000 года включает 456 видов работ. Например, женщинам нельзя работать на шахтах или быть членами экипажей судов или, например, машинистами. РЖД предлагает принимать ограничения самим работодателям по согласованию с профсоюзами. Аргументы таковы: условия труда улучшаются и подобных запретов, например, в авиации, нет. В Министерстве труда России заявили, что такую работу по пересмотру перечня в ведомстве ведут уже второй год. Тверской суд Москвы 5 марта рассмотрит административное дело Алексея Навального о несогласованных акциях протеста 28 января. Политику вменяют повторное нарушение правил проведения митингов. Если его арестуют на 30 суток, он пропустит президентские выборы 18 марта. Альтернативный вариант наказания, который предусматривает эта статья, штраф до 300 тысяч рублей. Напомню, 28 января Навальный и его сторонники устроили в десятках городов России несогласованные акции уличных протестов, которые назвали «забастовкой избирателей». После того, как Навального отказались регистрировать на выборах, он призвал к их бойкоту. В России премьеру фильма «Мстители. Война бесконечности» вернули на 3 мая. Ранее показ фильма сдвинули на 8 дней. Прокатчик не стал объяснять, зачем перенесли премьеру, а в Минкульте тогда сказали, что новую дату согласовали заранее. В этот же день, 3 мая, выходит фильм «Собибор» Константина Хабенского, один из авторов идеи которого глава Министерства культуры Владимир Мединский. Компания Ericsson запустит сеть 5G до конца 2018 года, а не в 2019, как сообщалось ранее. Об этом рассказал на 18-м Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне директор компании Берье Экхольм. По его словам, компания уже подписала меморандум о взаимопонимании с 38 мобильными операторами и полным ходом ведет тестирование в Техасе. Как ожидается, новый стандарт связи позволит увеличить скорость беспроводной передачи данных до 10 гигабит в секунду и одновременно радикально снизит себестоимость передачи данных для операторов. В Подмосковье полиция задержала польского журналиста Томаша Мацычука. Об этом сообщает агентство ТАСС. В квартире журналиста в Мытищах провели обыски в рамках уголовного дела о возбуждении межнациональной розни. Также, пишет ТАСС, правоохранительные органы проверяют законность пребывания Мацычука в России. Кроме того, источник агентства сообщил, что журналист, который постоянно участвует в ток-шоу на российских телеканалах, сейчас задержан. Но официального подтверждения этой информации пока нет. В Калифорнии с апреля разрешат тестировать полностью беспилотные автомобили. Машины на автопилоте в штате можно было испытывать еще с 2014-го, но при обязательном условии. За рулем должен был находиться живой водитель, который готов в любой момент взять управление на себя. Теперь власти штата одобрили заезды на машинах, которые из людей контролирует только оператор в специальном центре, удаленно, но не сидящие в ней пассажиры. В пригороде Дамаска, восточная Гута, где Россия объявила режим гуманитарной паузы с 27 февраля, продолжаются бои и обстрелы. В Министерстве обороны России заявили, что боевики обстреливают гуманитарный коридор. Это мешает эвакуации больных и раненых. Ни один местный житель так и не смог покинуть район. И сирийские правительственные войска соблюдают объявленный режим перемирия и не отвечают на провокации. Но, по мнению международных наблюдателей, в восточной Гуте продолжаются обстрелы с обеих сторон. В этом регионе происходит столкновение между сторонниками Башара Асада и сирийской вооруженной оппозиции с 2011 года. Продолжаем сквозной информационный эфир на RTVI. С вами Гарик Негницкий. Новость может быть не очень характерная для России. О харассменте в основном говорят в Соединенных Штатах, но так случилось, что сегодня это одна из главных новостей дня. О домогательствах со стороны Леонида Слуцкого, председателя Думского комитета по международной политике, телеканалу «Дождь», рассказали журналистки на условиях анонимности.
Никто из собеседниц Дождя в полицию не обращался. Известна реакция однопартийцев Леонида Слуцкого. Так, например, вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев предложил лишить аккредитации тех, кто распространяет, я цитирую, оскорбительную информацию о депутате. Он заявил, что считает это грубым нарушением этики, уголовного законодательства и оскорбления. Реакция политиков, российских политиков разного эшелона довольно интересна. Так, например, сенатор Елена Афанасьева заявила, здесь нельзя пороть горячку, иначе каждый флирт будет заканчиваться иском в суде. Это цитата. А, например, депутат Оксана Пушкина, замглавы комитета Госдумы по делам семьи, заявила о намерении внести в законодательство поправку об ответственности за сексуальное домогательство. Оксана Пушкина сейчас с нами на прямой связи. Оксана Викторовна, я приветствую вас. Добрый вечер. Оксана Викторовна, почему вы решились на такой шаг? Он идет вразрез, прямо скажем, с большинством выступлений российских политиков. Послушайте, смотрите, я никуда вразрез не иду. Для начала, из первых уст, закон о гендерном равенстве был принят в 2003 году. Автор Володин, автор Москалькова, автор Лахова и так далее. Этот закон нам спустя годы пришел в комитет. Мы его посмотрели и решили его доработать, потому что есть в этом необходимость. Мы выводим сегодня этот закон «Гендерное равенство в трудовых взаимоотношениях». И когда прописывали и прописываем мы сегодня этот закон, у нас рабочая группа создана, и вот, собственно, в разгаре идет работа, мы обязаны просто прописать некие правила, по которым в трудовых коллективах должны жить люди. Вот сексуальное домогательство – это, на наш взгляд, один из видов дискриминации. Понимаете? В этом законе будет все четко указано. Дискриминация по половому признаку при принятии на работу, по внешнему виду, по возрасту, в том числе в сексуальное домогательство. То есть в законе все есть, остается лишь написать заявление? Нет. Просто дело в том, что все равно это закон, который в 2003 году был уже сделан. Он должен быть доработан и он должен быть принят. Вот тогда у нас не будет никаких споров, потому что, понимаете, личные отношения, да, кто кому дверь открыл, кто кого на кого посмотрел, флирт, не флирт, никакого, это ничего общего не имеет с трудовыми взаимоотношениями в рабочем коллективе. Вот и все. На сегодняшний день у нас есть 3 статьи, которые так или иначе должны нас защищать. Это и насильственные действия сексуального характера, статья 132 и подложение действиям сексуального характера. Но вопрос открыт. Как это доказать? Понимаете, в чем дело? И вот в этом смысле, поскольку у нас в нормативных актах отсутствуют положения, которые раскрывают понятие сексуальное домогательство. И, собственно говоря, регулирующую юридическую защиту от него. Вот этим мы и озадачились. Ну а время нам диктует как раз повестку. Это повестка, друзья. И я вам огромное спасибо хочу сказать за то, что вы сегодня целый день об этом говорите. Так создается повестка. Женщины подняли голову, и это правильно. Я вот сейчас смотрю социальные сети, и публика поделилась 30-70, скажем так. 70 за нас. Знаете, я вот в социальных сетях ставлю такой хэштег, так называемый, «За здравый смысл». Вот за здравый смысл. Мы живем в 21 веке. Мы должны все четко отрегулировать. И это никакого, еще раз повторяю, отношения к личным нашим взаимоотношениям не имеет то, о чем мы говорим сегодня. Поэтому не надо путать порядок в башке, порядок в мозгах, и все будет в полном порядке у нас. Мне жалко девчонок, они, безусловно, не смогут ничего доказать, если это правда. В данном случае Лебедев прав. Если у нас есть на руках доказательства, мы идем в суд. Вот, собственно говоря, мой вывод на эту тему сегодняшнего дня. Оксана Викторовна, вот о реакции, собственно, Леонида Слуцкого. Есть реакция его пресс-секретаря, которая заявила, что Артемьянов ничего говорить не будет, но РИА Новостям
Была высказана позиция, она заключается в том, что все обвинения, которые звучат сейчас в адрес Луцкого, они носят политически мотивированный характер. Но есть также и пост в Фейсбуке за авторством Леонида Слуцкого, и там в том числе высказывали мнение и другие депутаты. Допустим, депутат Антон Морозов, который заявил, что готов взять пару журналисток на себя, ну и так далее. Вот, кстати, Антон Морозов сейчас с нами на прямой связи. Антон, здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, почему вы решили поддержать позицию Леонида Слуцкого и сделать это именно таким образом? Ну, дело в том, что эти обвинения, они совершенно голословны. Я Леонида Эдуардовича знаю много лет, и очень с хорошей стороны. Он очень галантный джентльмен, всегда очень учтив и внимателен к женщинам, и крепкий семьянин, поэтому я не допускаю даже мысли о том, что он мог какие-то неприличные жесты в сторону женщин как-то реализовать. А то, что я предлагал, каждый понимает меру своей испорченности. Я лишь предложил переключить часть внимания журналистского сообщества на себя, поскольку я тоже являюсь членом комитета по международным делам и часто выступаю по актуальной повестке внешней политики. Поэтому здесь не может быть речи о каких-то сексуальных домогательствах. Тут чисто действительно политически мотивированный процесс. Леонид Эдуардович очень авторитетен в западном экспертном сообществе. У него хорошие связи за границей. Он недавно встречался с министром иностранных дел Австрии, тоже женщина, с европейскими парламентариями. Я так предполагаю, что просто его активность на Западе кому-то пришлась не по душе. И таким образом пытаются его как-то скомпрометировать или ограничить. Я часто общаюсь с журналистами Госдумовского пула. Я могу сказать, что все депутаты, включая меня, очень уважительно относятся к женщинам, которые несут свою службу. И мы никогда не допускаем даже намека на какие-то сексуальные домогательства. Оксана Викторовна, если вы еще с нами, насколько вы согласны с оценкой господина Морозова, насколько Леонид Слуцкий галантен и насколько то, как описывается его поведение, не соответствует тому, кем он является на самом деле? Вы знаете, у меня-то очень прямой ответ на эту всю речь. Леонид Слуцкий мой друг. Поэтому в данном случае я бы хотела развернуть эту историю не против конкретно травли Слуцкого. Есть доказательства, идем в суд. Невозможно их подобрать. Вы не можете сегодня скооперироваться и идти подать. Не надо раньше времени говорить. Подготовьтесь и вперед. Я человек, который очень хорошо готовится. Понимаете, к каждому своему выступлению или закону и так далее. Я бы хотела вам сказать про другое. Пока у нас в трибуне Государственной Думы будут уничижающе говорить о женщинах некоторые депутаты, то вся эта история будет вокруг и около ходить у каждого вокруг каждого из мужчин, который хоть как-то, хоть что-то будет подобное предпринимать, какие-либо попытки. Вот сегодня, как я борюсь, Милонов сегодня позволил, это мой единорос, скажем так, мой однопартиец, он сегодня позволил уничтожающую реплику на одной из радиостанций. Все, я запросила расшифровку этого выступления и уже написала в комиссию по этике на господина Арба с просьбой разобраться в этом. Понимаете, хватит казала, мазала, политическая обстановка, тут его травят, тут его чморят. Извините за мой сленг. Есть факты, работаем. У вас есть поддержка. И женщин у нас в этом созыве 73. Давайте садимся и разбираемся. Но без фактов невозможно. Это кажется, и тогда мой коллега, который сейчас вот звучит вместе со мной в вашем эфире, он прав. А давайте поинтересуемся у господина Морозова, насколько действительно назрело говорить об этом и создавать правоприменительную практику. Нет, ну, безусловно, сейчас в отсутствии правовой базы получается, что любой комплимент или жест внимания в сторону женщины, там приглашение на чашечку кофе или просто пообщаться может быть истолкован в качестве сексуального домогательства и использован в политических целях для давления на неугодных политиков.
Это, конечно, совершенно нас не устраивает. И в этом смысле я согласен с Оксаной Пушкиной, что надо действительно подводить правовую базу под такие случаи. Но, с другой стороны, нужно понимать, знать чувство меры. Потому что как бы так ни получилось, чтобы у нас не стало, как в Америке, когда просто как женщину случайно приобнял или пригласил на танец, и за это тебя в тюрьму. То есть тут нельзя переборщить. Там, к сожалению, нетрадиционные отношения зачастую выпячиваются, а обычные отношения, здоровые, между мужчиной и женщиной подавляют. И нам нельзя этого допустить у нас в России, потому что у нас и так многие мужчины и женщины одиноки и не могут друг с другом даже элементарно познакомиться для того, чтобы создать семью. А если мы будем еще какие-то репрессии вводить, которые регулируют взаимоотношения полов, то мы рискуем оказаться вообще в гендерной яме, когда у нас не будет ни рождаемости, ни семьи, ни детей. Тут большое спасибо. С нами на прямой связи были депутаты Государственной Думы Антон Морозов и Оксана Пушкина. Мы обсуждали тему сексуальных домогательств. Оксана Пушкина, депутат Госдумы, высказывалась о том, что в России назрела пора говорить об этом, назрела пора принимать соответствующий закон и выводить дискуссию в практику правоприменения. Сквозной информационный эфир на RTVI продолжится после небольшой рекламы.
Продолжаем сквозной информационный эфир на RTVI. С вами Гарри Княгницкий. Судя по сообщению ТАСС, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Бангкоке, в столице Таиланда, заседание российско-таиландской рабочей группы по вопросам безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза России. Там же говорится, что рассмотрен довольно широкий спектр двусторонних отношений по линии правоохранительных органов, затронуты вопросы взаимодействия на антитеррористическом треке. Известно, что там же, в Бангкоке, онлайн-сервис Flight Radar зафиксировал и самолет Ил-96 с бортовым номером 96023. Это тот самый самолет, который оказался замешан в кокаиновом скандале по поводу поставок кокаина из Аргентины в Россию. Масса журналистов и блогеров обращались и к сервису Flight Radar, и к другим ресурсам, чтобы понять, каким образом кокаин вывозился из Аргентины в другие страны мира, и что дало основание для возбуждения уголовных дел и в Аргентине, и в России. Я напомню, что российские правоохранительные органы также возбудили уголовное дело о покушении на контрабанду наркотиков из Аргентины в Россию. По этому делу сейчас один человек объявлен в международный розыск. Журналисты, в том числе и корреспонденты RTVI, обращались к данным интернет-ресурсов, чтобы отследить возможные перемещения самолета с бортовым номером 96023. Было установлено, что этот самолет находился в аэропорту Буэнос-Айреса примерно в те же сроки, когда оттуда совершалась поставка наркотиков. Под видом наркотиков, я напомню, в итоге все-таки вывезли муку с тем, чтобы как раз обнаружить тех, кто отвечал за переправку кокаина из Аргентины в Россию. Одним из первых сайтов, который обратил внимание на самолет с бортовым номером 96023, был ресурс Russian Planes. Автор этого сайта впоследствии вынужден был закрыть свой портал, так и не объяснив причины. Вот что рассказал RTVI эксперт, знакомый с этим порталом. Есть подозрение, что российские дипломатические рейсы из Уругвай были также использованы для трафика кокаина из страны, по крайней мере, после 2014 года. Это было озвучено в ходе расследования, но на данный момент это остается только подозрением. В расследовании, которое ведет судья Хулиан Эркалини, нет прямых доказательств по поводу того, что российский посол Коронелли вовлечен в это дело. Российский бизнесмен мистер Кей связывался с членами посольства по поводу того, чтобы ему помогли перевезти сумки с неким товаром. Он связывался, видимо, с рядовым работником посольства, гораздо ниже по рангу, чем посол, и этот работник отказал ему в сотрудничестве. Если бы посол был прямо замешан, он бы приказал работникам рангом ниже сделать это. РБК, ну и многие другие ресурсы стали пользоваться базой Russian Planes вообще для, скажем так, наполнения своих новостных и прочих сюжетов фотоматериалом касательно конкретных летательных аппаратов. По работе вызывали в определенный момент в первый отдел, грубо говоря, и мягко намекнули, что определенные фотографии, ну, мягко скажем, не рекомендуется выкладывать на такой ресурс. Самолет с бортовым номером 96023, я напомню, судя по данным сервиса Flight Radar, был замечен в аэропорту Бангкока. И насколько нам известно, насколько мы сейчас получаем информацию от Flight Radar, этот самолет находится там же и сейчас. Там же, в Бангкоке, проводит совещание секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Там же в Таиланде, в городе Паттайе, накануне была арестована фигурантка расследования Алексея Навального Настя Рыбка вместе со своим так называемым секс-коучем Алексом Лесли. Они находились в тюрьме, их выпускали под залог, но затем их поместили в миграционную тюрьму. И сегодня от Насти Рыбки появилось сообщение в соцсетях, где она обращается к американской прессе. Многое не хотела рассказывать раньше. Но сейчас сложилась такая ситуация, что нас пытаются закрыть очень надолго.
Поэтому я готова вам рассказать все те недостающие пазлы, которых вам не хватало, подтвердить их аудио, видео, касаемо связи наших уважаемых депутатов с Монопортом, Трампом и со всей этой шумихой выборы США. Я знаю очень много. Поэтому жду ваших предложений, жду вас в тайской тюрьме. Сегодня нам сказали, что нас арестовали по чьему-то приказу из Бангкока. Теперь кому-то заплатили за то, чтобы мы сели. Нарушили все законы Таиланда, мы вышли под залог, нас не выпустили по итогу. Поэтому, если вы меня найдете в тайской тюрьме еще живой, то я с удовольствием с вами пообщаюсь. Жду ваших предложений. Пока никакой другой информации о судьбе Насти Рыбки не поступало, как не было и реакции американских средств массовой информации. А теперь наша постоянная рубрика «Философическая минутка». Ее на RTVI представляет Лев Юрьевич Новожонов. Сегодня он рассуждает о путешествиях и о том, как то или иное направление путешествия характеризует нас как личностей. Куда едут люди и куда они только не едут? Кто куда? Екатерина Андреева с Первого канала пульнула на Мальдивы, где будет ходить исключительно босиком. Американский посол дернул в Казань. Здесь его накормили беляшами, он сыграл на пианино в составе местной группы. А вот аргентинскому студенту Сантьяго Карписи в столице Татарстана не пандра. Совсем не пандра. Особенно девушке. О чем он чистосердечно рассказал журналисту «Вечерней Казани». Он-то надеялся, что они все голубоглазые блондинки, как русские шпионы в фильмах о Джеймсе Бонде. И еще в Казани все в 10 часов укладываются спать, в том числе и девушки. И все без Сантьяго Карписи. Во всяком случае, пока. Знаменитый боксер Майк Тайсон тоже бедолага мотается по России. Говорит, что везде люди очень доброжелательные. Я бы тоже не рискнул быть недоброжелательным с Майком Тайсоном. И туда-сюда шествуют различные путешественники по времени. То в будущее, то обратно. Они показывают фотографии из будущего, сделанные с мобильника. На фотографиях мало что понятно. Единственное, что ясно, что в будущем нас ничего хорошего не ждет. Всеобщее потепление, и никто опять никого не любит. Почти как сейчас. А вот Артура Губайдулина из Уфы ждет работа в Новом Уренгое. Это его прошлое, настоящее и будущее. Ему 42 года, он буровик, как и многие из его земляков. Месяц там, месяц дома. Зарплата 70 тысяч в месяц. В родных местах столько не заработать. В среднем из Башкирии регулярно уезжают на вахту 148 тысяч человек. У него спрашивают, какие люди едут на север. Разные, он отвечает. Я за 70 лет видел всяких. Основная черта, думаю, у всех одна. Порядочность. Работа нелегкая. И если ты не принадлежишь северу, то ты на ней не задержишься. Люди едут. И куда только не едут, кто куда. В эфире новости RTVI, в студии Елена Светикова. И коротко о главном к этому часу. А из нашего окна у российского посольства в Вашингтоне открывают площадь Бориса Немцова. Хотел воевать на стороне ИГИЛ. В Назарете вынесли приговор израильтянину из Беларуси, который готовился уехать в Сирию. Прошелся по верхам. Король Саудовской Аравии сменил военное руководство страны и нескольких губернаторов. Президент США Дональд Трамп пойдет на второй срок в 2020 году. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на свои источники. Ранее экстренная новость появилась на ресурсе Drudge Report. Издание отмечает, что Трамп принял решение спустя всего год после избрания на пост президента. Руководить кампанией будет интернет-специалист Брэд Парскаль. Его называют человеком, который принес победу Трампу на прошлых выборах. Мы следим за развитием событий и ждем официальных комментариев.
В Вашингтоне сегодня официально открывают площадь Бориса Немцова. Это название по решению городских властей присвоено части улицы перед посольством России в США. К трехлетней годовщине убийства политика Государственный департамент выпустил специальное заявление, в котором назвал Немцова ведущей фигурой демократического движения и призвал власти страны убедиться, что наказаны все виновные в преступлении. Мы чтим память Бориса Немцова, его жизни и его труда. И мы вновь призываем правительство России отстаивать свои обязательства по охране и продвижению общепризнанных прав человека, в том числе свободы выражения, свободы мирных собраний и свободы создания ассоциаций. Мы еще раз призываем правительство России добиться, чтобы все, кто был вовлечен в это преступление, включая организаторов и тех, кто отдал приказ, были привлечены к ответственности в соответствии с законом. Бориса Немцова застрелили в самом центре Москвы на Большом Москворецком мосту в двух шагах от Кремля 27 февраля 2015 года. Приговор по делу об убийстве вынесли в июле прошлого года. Предполагаемый киллер Заур Дадаев и четверо его сообщников получили от 11 до 20 лет заключения. Заказчик преступления по-прежнему не установлен. Родные и соратники оппозиционера убеждены, что к организации убийства причастны люди из ближайшего окружения главы Чечни Рамзана Кадырова. Саудовский король отправил в отставку армейское руководство. Своих постов лишились начальник генштаба, командующий силами ПВО, сухопутными и ракетными войсками. Перестановки прошли не только в армии. Заменили и губернаторов, их заместителей, а также мэров нескольких городов. А на должность замминистра труда и социального развития король назначил женщину. Официальные причины кадровых перестановок неизвестны. По версии BBC, к этому может быть причастен наследный принц. Он известен своими реформами в королевстве. Сейчас принц занимает пост министра обороны и возглавляет специальный комитет по борьбе с коррупцией. В ноябре 2017 года власти начали задерживать подозреваемых в таких преступлениях. Под стражу взяли около 200 человек. Затем им предложили свободу в обмен на деньги и активы. Общий ущерб власти оценили в 100 миллиардов долларов. Прокуратура Южной Кореи запросила 30 лет тюрьмы для бывшего президента страны. Об этом сообщает агентство Ренхаб. Обвинение также требует оштрафовать Пак Кын Хе на 110 миллионов долларов. Суд должен состояться в ближайшие два месяца. Бывшему президенту предъявили в общей сложности 18 обвинений. Среди них получение взяток, превышение полномочий и разглашение государственной тайны. Адвокаты настаивают на невиновности экс-главы государства. На данный момент есть только заявление от причастных к делу людей. Иными словами, ситуация вроде «кто-то сказал, что Пак что-то сделала, и поэтому она виновата». Вот и все. Нет ни прямых, ни косвенных доказательств. Громкий коррупционный скандал в Южной Корее разгорелся осенью 2016 года. Появилась информация, что президент допустил свою подругу к секретным документам, а вместе они вынуждали крупные компании жертвовать деньги в подконтрольные фонды. По всей стране прошли массовые демонстрации протеста. Пак Кын Хе объявили импичмент и позднее арестовали. Ее подругу суд уже приговорил к 20 годам заключения. Израиль приостановил сбор налога с церквей в Иерусалиме, из-за которого уже третий день закрыт храм гроба Господня. В сегодняшнем заявлении канцелярии премьер-министра Нетаньяху говорится, что взыскание многомиллионной задолженности будет отложено. Для решения вопроса создадут специальную комиссию. Критическая ситуация сложилась в конце прошлой недели. В воскресенье мэр Иерусалима рассказал, что долг по муниципальному налогу на принадлежащую христианским церквям недвижимость почти 200 миллионов долларов. По его словам, речь идет о коммерческих зданиях, гостиницах и служебных помещениях. В тот же день в знак протеста представители трех конфессий закрыли храм гроба Господня в Иерусалиме. По мнению лидеров христианских общин, действия чиновников нарушают статус-кво святых мест. Суд в Израиле приговорил репатрианта из Беларуси Валентина Мазлевского к 3 годам тюрьмы. Его признали виновным в попытке вступить в ряды запрещенной группировки «Исламское государство». Мазлевского арестовали год назад. По данным следствия, он принял ислам, находясь в еврейском государстве, куда приехал в 90-х годах. А в Сирию собирался попасть через Турцию. Подробнее об этом деле Евгений Сова.
Имя Валентина Мозалевского стало известно широкой публике в Израиле ровно год назад. Именно в марте 2017 года спецслужбы и полиция разрешили к публикации информацию о его задержании, а также о том, что против него было подано обвинительное заключение в окружной суд города Назарета. Ну, Валентин Мозалевский, репатриант из Беларуси, прибыл в Израиль в 1996 году. В 2000 году он принял ислам, женился на девушке, на мусульманке, жительнице деревни Шибли. У них 5 детей. И вот, по мнению спецслужб, он попытался несколько лет назад вступить в ряды запрещенной организации «Исламское государство». С этой целью он даже купил билет в Турцию в один конец и был на связи с активистом этой организации в Сирии. По всей видимости, он и давал, этот активист давал ему указания. Причем, как сообщается в обвинительном заключении, с этой целью он использовал приложение Telegram. И вот буквально перед тем, как улететь в Турцию, Мозалевский был задержан, помещен под стражу, и против него было подано обвинительное заключение. И вот вчера окружной суд города Назарет вынес решение по этому делу. Он признал его виновным в связях с преступной запрещенной группировкой «Исламское государство». Мозалевский получил срок 38 месяцев тюрьмы, еще 12 месяцев условно. Он также должен будет выплатить штраф в размере 12 тысяч шекелей, это чуть более 3 500 долларов. Ну, в самой деревне Шибли, где мы были и делали даже отдельный репортаж около года назад, и продолжают говорить, что это все неправда, что не может быть, чтобы Валентин Мозалевский пытался вступить в ряды «Исламского государства». В этой деревне, это бедуинская деревня, большинство мужчин проходили службу в армии, там не приемлют все, что касается «Исламского государства». И вот что по этому поводу говорит глава местного совета Наим Аль-Абад. Я хорошо знаю семью Валентина и его историю перехода в ислам. Я также знаю его жену. Могу точно сказать, что девушка из очень хорошей семьи. Ее отец много лет служил в службах безопасности. Я вообще никак не пойму, откуда появилась вся эта история с исламским государством. В нашей деревне никогда подобного не было, и я в это не верю. Ну, Валентин Мозалевский далеко не первый израильский гражданин, который арестован и осужден за попытку вступить в организацию «Исламское государство». Надо сказать, что это явление довольно распространенная в последние годы среди израильских арабов. Многие из них в попытке легкой наживы пытаются вот так связаться с активистами этой организации на территории Сирии, Северного Ирака, и затем заработать деньги, поехать туда и быть наемниками. Израильские спецслужбы активно занимаются поиском таких потенциальных боевиков. За последние 2 года около 60 человек были задержаны, и им так или иначе предъявлены обвинения. Но вот Мозалевский стал первым репатриантом из бывшего Советского Союза. Мало того, что он принял ислам, так он еще и теперь ему придется отбывать тюремный срок за попытку вступить в ряды исламского государства. Ну, надо сказать, что мы общались также с членом местного совета деревни Шибли Зиданом Сальфити, и вот что он говорит по этому поводу. У меня это не укладывается в голове. Это не наша деревня. Здесь никто никогда даже не думал про боевиков ИГИЛ. Я все еще верю, что в этой истории гора родила мышь. Он образцовый гражданин, служил в армии, 5 детей. Не верю. Пока не ясно, будут ли адвокаты Мозалевского обжаловать это решение. Если такое обжалование будет и в итоге Верховный суд будет рассматривать это дело, то, конечно же, оно получит большой резонанс. Мы тоже за этим будем следить. Евгений Сова, Владимир Плоткий, Ближневосточное бюро RTVI, Израиль. Сегодня в подмосковных Мытищах полиция задержала польского журналиста Томаша Мацейчука. Как он сам написал в Фейсбуке, обыск в его съемной квартире проводился по делу о возбуждении ненависти либо вражды. Интерфакс сообщил, что у подозреваемого нашли некую националистическую символику. После нескольких часов выделения поляка отпустили до суда. За нарушение правил миграционного учета ему грозит штраф с депортацией и запрет на въезд в Россию. Мацейчук – частый гость ток-шоу на федеральных каналах российского телевидения. Его выступления много раз оборачивались скандалами. Год назад он назвал в эфире советских участников Второй мировой войны красными фашистами. В ответ на это российский политолог Руслан Асташко устроил с ним драку. На прошлой неделе они провели настоящий боксерский поединок, в котором россиянин одержал победу по очкам. В Европе из-за морозов и снегопадов погибли уже как минимум 14 человек в Польше, Франции, Словакии и Литве. Холода установились в большинстве стран континента. В Великобритании из-за погоды отменили сотни поездов и десятки авиарейсов. Некоторые дороги перекрыты. Во Франции снег выпал даже на Лазурном побережье. В стране
ввели в действие план «Мороз». Бездомным предоставляют ночлег. В столице Италии второй день подряд закрыты школы и детские сады. «Ла Стампа» пишет, что тысячи пассажиров не могут покинуть поезда, остановившиеся на путях из-за мороза и снега. В районе Доломитовых Альп температура опускается до минус 20 градусов. Снег выпал даже на юге страны. В Неаполе это произошло впервые за 60 лет. Из-за осадков приостановил работу местный аэропорт, а вершина вулкана Везувий полностью покрылась снегом. Причем причиной аномальных холодов стал циклон из Сибири. Информационный эфир RTVI вновь продолжает сквозное вещание с Гарри Книгницким. Гарри, расскажи, что будет в следующем часе. Мы расскажем, Лена, о переименовании площади перед российским посольством в Вашингтоне в площадь Немцова. Там, на теперь уже можно сказать площади Немцова, сейчас находится наша коллега, директор нью-йоркской редакции RTVI Екатерина Катрикадзе. Ждем ее прямого включения. Поговорим о том, как в крови у керлингиста Крушельницкого в Пхёнчхане оказался мельдоний. По версии Российской Федерации керлинга, мельдоний ему, судя по всему, подсыпали на сборах перед Олимпиадой, которые проходили в Японии. Ну и кроме того, порассуждаем, зачем Николай Патрушев прилетел в Бангкок, что там делает Ил-96 с бортовым номером 96023, тот самый самолет, который замешан в кокаиновом скандале, ну и о чем попросила американских журналистов Настя Рыбка, которая была задержана в Таиланде накануне. Лена? Спасибо, Гарри появится в этой студии сразу после короткой рекламы.
продолжаем сквозной информационный эфир на RTVI. С вами Гарик Негницкий. Сегодня 3 года, как убили Бориса Немцова. В Вашингтоне прямо в эти минуты проходит церемония переименования площади перед российским посольством в площадь Немцова. Это участок Висконсин-авеню. Решение о том, чтобы переименовать этот участок в площадь Немцова, было принято городским советом и мэром Вашингтона. И вот сейчас все это наконец проходит церемония, на которой это и происходит. И там, в Вашингтоне, на площади Немцова, находится директор нью-йоркской редакции RTVI Екатерина Катрикадзе. Катя, я тебя приветствую. Привет, Гарри. Катя, действительно ли на 2 часа перекрыли движение в Вашингтоне? Вот настолько велико внимание к этому? Смотрите, здесь сейчас движение, я не вижу, чтобы было перекрыто. Движение продолжает осуществляться. Вот вы можете видеть за моей спиной вот это здание посольства Российской Федерации, ага, за деревьями. И вот здесь собрались люди на пятачке таком напротив здания посольства. И начинается церемония прямо в эти минуты. Мы сейчас ожидаем прибытия Марко Рубио. Это очень известный политик, законодатель, который знаменит тем, что вот он очень поддерживал инициативу с самого начала, инициативу переименования площади напротив посольства Российской Федерации. Здесь уже несколько конгрессменов, в частности, Лиана Фор-Лехтинен, очень тоже хорошо известная в Вашингтоне законодатель, конгрессмен, конгрессвумен. Здесь же несколько сенаторов, как я уже говорила, в том числе Марко Рубио. И прямо сейчас начинается церемония. Я должна тут сказать, что, конечно, огромный интерес вызывает история про переименование площади напротив посольства, интерес в вашингтонской политической элите. На самом деле в Конгрессе был заблокирован законопроект, который предлагал переименовать площадь в честь российского политика убитого. И после этого Владимир Кармурза-младший, друг Бориса Немцова, политик российский, он обратился к городскому совету города Вашингтон. И после этого уже было принято решение на уровне Вашингтонского городского совета. И тогда уже сенаторы и конгрессмены присоединились к инициативе. И теперь сами они тоже принимают активное участие в этой церемонии. Вот сейчас началась как раз церемония, началось выступление участников. Тут огромное скопление прессы, Гарри, я должна тебе сказать, просто даже неожиданное для меня. Тут не только русскоязычные издания, тут есть украинские коллеги, тут есть американцы, огромное число камер, просто непривычно. И все, конечно, ждут, выйдет ли кто-то. А много ли просто людей, вот просто вашингтонцев, кто пришел посмотреть? Вот только что мимо меня проехал человек на велосипеде, который спросил: «Господи, что здесь происходит?» Вот, которому пришлось объяснять. Нет, здесь есть люди, русскоязычные в основном, конечно, те, кто знал Бориса Немцова, те, для кого это очень важно, просто рядовые граждане, жители Соединенных Штатов. Многие приехали из других городов для того, чтобы поучаствовать в этой церемонии. На самом деле ведь Борис Немцов, он действительно очень многое сделал, и он здесь в Америке бывал неоднократно. И это действительно одна из тех фигур, которого помнили и которого хорошо знают те люди, которые уехали из России много лет назад и которые сейчас пришли почтить его память. Вот сейчас главная интрига, Гарри, на самом деле, заключается в том, придут ли представители российского посольства и примут ли они как-то участие в этой церемонии. Мы знаем о том, что приглашение в посольстве получили. Приглашение принять участие в церемонии. Однако ответа не последовало, поэтому мы не знаем, будет ли кто-то, посол Антонов или кто-то еще из посольства, непонятно. Здесь присутствует Жанна Немцова, я добавлю, которая прилетела из Германии специально на открытие этой таблички. Это действительно очень важно для нее и для людей, которые за это бились, поскольку мы понимаем, что в Москве мост не переименовали, и те движения, которые в Москве осуществляет, например, мэр Собянин, для родственников и друзей это, конечно, очень важно и нужно, я имею в виду табличка, мемориальная доска на доме, где жил Борис Немцов. Однако все-таки здесь, конечно, хотели бы увидеть, чтобы инициатива по переименованию моста, где был убит политик, она бы получила хоть какой-то отклик в столице Российской Федерации. Но пока вот в Вашингтоне, видите, такая очень серьезная масштабная церемония и действительно огромное число федерального уровня, национального уровня политиков прибыло сюда. Катя, вот что касается реакции российского посольства, ты уже коснулась этой темы. У тебя ведь было эксклюзивное интервью с российским послом в Соединенных Штатах, и он ведь рассказывал, он ведь отвечал на твой вопрос.
Да, был вопрос о том, что он думает на тему переименования площади, потому что он будет выходить из этого здания, знаете ли, каждый день, заходить сюда, его будет встречать табличка с надписью «Борис Немцов, Плаза, дом 1», и вот как он к этому относится. Тогда господин Антонов сказал, что он никаких эмоций в этой связи не испытывает, ну и повторил отчасти те слова, которые произносила Мария Захарова, официальный представитель МИДа, что, дескать, переименовывают место, где будет строиться ночлежка. Это, конечно, не так. Здесь будет строиться социальное жилье для людей, у которых временные проблемы с финансами, для которых будет возведено здание, где они временно будут проживать. Это, конечно же, не ночлежка. Это социальное жилье, и это огромная разница здесь есть, конечно. И тогда Антонов сказал, да, ну я надеюсь, что это не ночлежка, и это не, дескать, не провокация в адрес Российской Федерации. Катя, а я правильно понял, что переименование площади, американцы к этому относятся позитивно не только потому, что тут речь идет о некой пикировке с российскими властями, но и потому, что это действительно их искреннее желание? Извините. Да, конечно. На самом деле ведь очень многие говорят о том, что, ну, особенно инициаторы установления таблички, переименования площади, они говорят о том, что не надо это воспринимать как плевок в адрес Российской Федерации. Не надо воспринимать это как провокацию в адрес Российской Федерации. Для многих, кто работает в Конгрессе, Борис Немцов — это не просто рядовой какой-то человек, гражданин России. Эти люди знали лично Бориса Немцова еще со времен, когда он был вице-премьером российского правительства. Эти люди помнили Бориса Немцова. И для них, вот видите, аплодисменты сейчас, да, выступает сейчас Владимир Кармурза-младший, человек, который сделал, пожалуй, больше других для того, чтобы это переименование состоялось. А у нас нет возможности его послушать? Наверное, микрофон не дотянет, да? Очень тихо, Гарри, очень тихо. Мы это все снимаем на камеру. Я сейчас с вами говорю со смартфона, по скайпу, поэтому, к сожалению, услышать мы не сможем, но мы пришлем в Москву, разумеется, картинку и выступление, поэтому мы чуть попозже покажем в эфире, разумеется, выступление всех тех людей, которые пришли сюда сегодня. И да, это такой очень важный символический шаг для Владимира Кармурзы, для Жанны Немцовой, для дочери убитого политика, которая, повторю еще раз, она находится сейчас здесь, равно как и ряд российских журналистов, в частности, здесь Алексей Алексеевич Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», и еще несколько известных людей. Катя, большое спасибо. Екатерина Катрикадзе, директор Нью-Йоркской редакции RTVI, спасибо, сейчас в Вашингтоне на площади у российского посольства, которая отныне будет называться, эта площадь будет называться площадью Бориса Немцова. О других темах. Сегодня в Российской Федерации кёрлинга заявили, что мельдоний в организме российского кёрлингиста Александра Крушельницкого был обнаружен сразу после сборов, которые предшествовали Олимпийским играм. Эти сборы проходили в Японии, и там, как заявили в Российской Федерации кёрлинга, каким-то образом мельдоний и оказался в крови спортсмена. Причем, скорее всего, можно сделать вывод о том, говорят в Российской Федерации кёрлинга, что этот мельдоний ему каким-то образом подсыпали. С нами сейчас на прямой связи первый вице-президент Российской Федерации кёрлинга Андрей Созин. Андрей, я вас приветствую. Каким образом удалось прийти к такому выводу? Я тоже приветствую вас. Вы знаете, каким образом? У нас 10 проб сдавали, наша пара сдавала 10 проб, именно вот ровную цифру я называю. И 22 января была последняя проба. Они все были отрицательные, все. И проба 12 февраля уже в Корее показала мельдоний, который мы не получаем как спортивная федерация, которая не употребляется у нас совсем. Не то, что там это нам вредит, или у нас просто нет такой направленности. Вид спорта, там не надо сильнее, выше, быстрее, понимаете? Там ни для чего, ни мельдоний для восстановления сердечной мышцы. Ну, человек же не вменяемый, взрослый, глава семейства, муж, готовился 2 года, выиграл чемпионат мира, приехал в Корею и выпил таблетку мельдония, которая и не работает. Поэтому мы и сразу сказали. И я, кстати,
не то, что мы сейчас оправдываемся или говорим, вот мы такие, вы нас там, пожалуйста, не ругаете, мы там как-то что-то вот не так. Мы реально уверены, что никакого мельдония человек сам не принимал. А кто это сделал? Ну, моя вера, я вижу так, что вот не пошли мы флагом, когда было закрытие. Я думаю, свет откуда-то отсюда идет. А сборы же в Саппоро проходили, да? Андрей, сборы в Саппоро проходили в Японии? Да. А какие еще команды в этот момент находились там, на базе в Саппоро? Ну, там было, я думаю, что там какая-то была корейская пара одна. Я не понял, почему они там были. Но там была еще наша пара одна, которая не отобралась на Олимпиаду, она не могла на нее поехать, потому что у них даже не было аккредитации, не вызова, ничего. И они помогали готовиться нашей первой паре. Так что я могу сказать, что мы не совсем, мы четко понимаем, что его подкинули. В какой момент, вот вы сказали, что это в Японии, мне кажется, что все-таки это было уже в Корее. Вот, на мой взгляд, это вот так. Андрей, да. Вот еще какой важный момент. Допустим, мельдоний под маркой Милдронат продается в российских аптеках довольно спокойно. Многие, кто тем более занимается спортом в уже более-менее преклонном возрасте, этот препарат употребляют, чтобы укреплять сердечную мышцу. За рубежом России, в Японии и, допустим, в Южной Корее, в особенности в Южной Корее, продается ли мельдоний под какой-то иной торговой маркой? То есть, может быть, человек приходит в аптеку, покупает условно, я не знаю, аспирин плюс или там аспирин 200, а на самом деле это торговое обозначение действующего вещества мельдоний. Ну, знаете, хороший вопрос, но я в Корее, конечно, в аптеку не ходил. И спортсмены имеют право ходить в аптеку без доктора команды? Они вообще в аптеку не ходят. Они ничего не принимают без согласования с доктором. От любой болезни, простуда, лихорадка, головная боль, насморк, капли в глаза. Все только врач и то, что можно. Здесь я понимаю, ну, если, как я правильно вас понял, что мог человек взять, к примеру, там таблетку от головы, оказалось, что они похожи, и это был мельдоний. Но это если очень грубо, то да. Но я имел в виду, конечно, не таблетку от головы, а все-таки какой-то препарат, улучшающий деятельность сердца, кровообращение, ну, не простуды. Не работает это в стерлинге. Угу. У нас нет таких энергозатрат, как, допустим, вот в лыжах или в вело, когда надо в циклических видах спорта. Там таких затрат нет. И мельдоний, когда был разрешен, его пили. Понимаете, в чем дело? Его пьют на протяжении достаточно долгого времени. Тогда какое-то действие есть. А одноразовый прием таблетки ничего не дает. Ну, вам, конечно, лучше поговорить на этот счет с какими-то врачами, которые вам научным языком расскажут, почему это не работает. Но одна таблетка мельдоний ничего не даст. Ни скорости, ни выносливости, там, ни то, что он там устал и, допустим, сразу остановился. Нет, это не работает. Поэтому и наша уверенность, что это провокация. И главное, что вот именно мельдоний. Ну, что-то другое, если бы... И на ваш взгляд, если эта провокация имела место быть, то была она не в Японии на сборах, а именно в Южной Корее? Мне кажется, что это Корея. Врачи считают, и это можно посчитать просто, сколько. У него 12-го взяли, это было 8 тысяч. Ну, там, измерение там. А на следующий день уже 5. То есть он очень быстро выходит. Понимаете? И мне кажется, что это было в Корее. Но заключение дадут сейчас в рамках уголовного дела, заключение дадут, конечно, врачи. Они посчитают, сколько надо времени, чтобы вот так его вывести. Андрей, а за пределами России мельдоний продается в виде... Ну вот в России я говорил, что это Милдронат торговая марка, а за пределами России мельдоний в каком-то виде в принципе продается, вы не знаете? Я не знаю, я никогда с этим не сталкивался. Сам я мельдоний не употребляю, поэтому я никогда не спрашивал. Вообще интересно спросить, наверное. Вообще это же наше ноу-хау. Я думаю, что вряд ли в зарубежных аптеках продается лекарство, которое сделали в Советском Союзе.
Да, большое спасибо. Первый вице-президент Федерации кёрлинга Андрей Созин был с нами на прямой связи. Мы говорили о том, когда и на каком этапе именно по данным Российской Федерации кёрлинга в организме Александра Крушельницкого был обнаружен мельдоний. Эфир RTVI продолжают новости в нашем эксклюзивном формате «Вот», ведущий он «Demand». Это небольшие ролики, которые сопровождают каждую новость на нашем сайте rtvi.com. Вернемся в студию после «Водов». Bloomberg сообщил о планах Apple выпустить 3 новых модели iPhone осенью этого года. Одна из них – это самый крупный из когда-либо выпущенных iPhone'ов с еще более мощным процессором, выполненный из премиальных материалов. Вторая – это iPhone X в точно таком же корпусе, но с усовершенствованной начинкой. Третья – это удешевленный iPhone X. Во всех моделях будет снова доступен золотистый цвет, а на некоторых рынках, возможно, даже функция 2 сим-карт. Таким образом, в Apple надеются подстегнуть продажи после неудачного выпуска iPhone X осенью 2017-го. Тогда за последний квартал года удалось продать только 77 миллионов устройств вместо запланированных 80. В Москве отправление аэроэкспресса в Шереметьево перенесут с белорусского вокзала на Савеловский, рассказали в компании «Российские железные дороги». Это связано со строительством пересадочного узла. Кстати, до 2009 года поезда курсировали именно с Савеловского вокзала. В РЖД считают, что отправление оттуда будет удобнее, хотя время в пути увеличится, но интервал останется прежним – каждые 30 минут. Король Саудовской Аравии отправил в отставку высшее военное командование страны. За одну ночь своих постов лишились начальник генштаба, командующий сухопутными войсками и начальник сил противовоздушной обороны. Официально в королевском указе о причинах отставки ничего не сообщается. Однако она может быть связана с военной операцией, которую коалиция во главе с саудитами уже третий год не очень успешно ведет против повстанцев в соседнем Йемене. В Подмосковье полиция задержала польского журналиста Томаша Мацычука. Об этом сообщает агентство ТАСС. В квартире журналиста в Мытищах провели обыски в рамках уголовного дела о возбуждении межнациональной розни. Также, пишет ТАСС, правоохранительные органы проверяют законность пребывания Мацычука в России. Кроме того, источник агентства сообщил, что журналист, который постоянно участвует в ток-шоу на российских телеканалах, сейчас задержан. Но официального подтверждения этой информации пока нет. В Германии местным властям разрешили запрещать въезд машин с дизельным двигателем. Такое решение принял Федеральный административный суд в Лейпциге. Это должно снизить концентрацию вредных примесей в воздухе. Сейчас концентрация оксида азота во многих германских городах превышает нормы Евросоюза. Последствия этого шага для автоиндустрии сложно переоценить. По приблизительным подсчетам, сегодня по немецким дорогам ездит около 15 миллионов машин с дизельным двигателем. В пригороде Дамаска, Восточная Гута, где Россия объявила режим гуманитарной паузы с 27 февраля, продолжаются бои и обстрелы. В Министерстве обороны России заявили, что боевики обстреливают гуманитарный коридор. Это мешает эвакуации больных и раненых. Ни один местный житель так и не смог покинуть район. И сирийские правительственные войска соблюдают объявленный режим перемирия и не отвечают на провокации. Но, по мнению международных наблюдателей, в Восточной Гуте продолжаются обстрелы с обеих сторон. В этом регионе происходит столкновение между сторонниками Башара Асада и сирийской вооруженной оппозиции с 2011 года. В армию США приняли первого трансгендера после того, как им вновь разрешили служить в войсках. Как рассказали в Пентагоне, этот человек уже подписал контракт, но пока не приступил к тренировкам и собственному исполнению своих обязанностей. Напомню, трансгендерам в США впервые разрешили служить при Бараке Обаме, а потом в июле 2017-го Дональд Трамп отменил это решение, запретом мотивировал непомерными медицинскими расходами в расчете на каждого солдата-трансгендера. После чего суд заблокировал решение Трампа и трансгендеров в армию снова пустили. На данный момент в американском вооруженных силах служат почти 4000 таких солдат. В России премьеру фильма «Мстители. Война бесконечности» вернули на 3 мая. Ранее показ фильма сдвинули на 8 дней. Прокатчик не стал объяснять, зачем перенесли премьеру, а в Минкульте тогда сказали, что новую дату согласовали заранее. В этот же день, 3 мая, выходит фильм «Собибор» Константина Хабенского, один из авторов идеи которого глава Министерства культуры Владимир Мединский.
Компания «Российские железные дороги» предложила отменить список профессий, на которые запрещено принимать женщин. Сейчас такой перечень утверждается правительством. Документ от 2000 года включает 456 видов работ. Например, женщинам нельзя работать на шахтах или быть членами экипажей судов или, например, машинистами. РЖД предлагает принимать ограничения самим работодателям по согласованию с профсоюзами. Аргументы таковы: условия труда улучшаются и подобных запретов, например, в авиации, нет. В Министерстве труда России заявили, что такую работу по пересмотру перечня в ведомстве ведут уже второй год. Мы продолжаем сквозной информационный эфир на RTVI. С вами Гарик Негницкий. Сегодня секретарь Российского совета безопасности Николай Патрушев находится в Бангкоке. Об этом сообщает ТАСС. По сведениям агентства, Николай Патрушев встретился с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Таиланда. Они, в частности, обсудили перспективы углубления российско-таиландских отношений в области безопасности. И особое внимание было уделено обеспечению безопасности пребывающих на отдыхе в этой стране российских туристов, говорится в сообщении ТАСС. Сегодня Настя Рыбка, фигурантка расследования Алексея Навального, и ответчица по иску миллиардера Олега Дерипаски, которую накануне задержала полиция Таиланда, опубликовала в интернете сообщение, в котором она буквально молит о помощи американских журналистов. Друзья, американская пресса, я вам очень многое не хотела рассказывать раньше. Но сейчас сложилась такая ситуация, что нас пытаются закрыть очень надолго. Поэтому я готова вам рассказать все те недостающие пазлы, которых вам не хватало, подтвердить их аудио, видео, касаемо связи наших уважаемых депутатов с Монопортом, Трампом и со всей этой шумихой выборы США. Я знаю очень много. Поэтому жду ваших предложений, жду вас в тайской тюрьме. Сегодня нам сказали, что нас арестовали по чьему-то приказу из Бангкока, теперь кому-то заплатили за то, чтобы мы сели, нарушили все законы Таиланда, мы вышли под залог, нас не выпустили по итогу. Поэтому, если вы меня найдете в тайской тюрьме еще живой, то я с удовольствием с вами пообщаюсь. Жду ваших предложений. Президент России Владимир Путин сегодня расширил полномочия Федеральной службы охраны. Теперь ведомство сможет участвовать в так называемых мероприятиях по борьбе с кибератаками в рамках, подчеркивается, своей компетенции. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В компетенции ФСО теперь борьба с кибератаками на российские информационные ресурсы, а еще, говорится в указе, меры по защите личных данных объектов охраны и членов их семей. Об этом мы сегодня говорили с Алексеем Раевским, генеральным директором по кибербезопасности. Мы обсуждали, каким образом может функционировать ФСО в рамках этого указа. Тут вот какой вопрос. Если одна структура уже занимается борьбой с киберугрозами, и конкретно это ФСБ, то зачем создавать, по сути, параллельную структуру в недрах ФСО? Ну, тут вопрос в том, в чьих интересах та или иная структура занимается данной деятельностью. Если мы говорим о ФСБ, то она занимается этой деятельностью в интересах государственных предприятий, объектов критической инфраструктуры и так далее. ФСО больше ориентировано на обеспечение безопасности первых лиц государства. Соответственно, видимо, и в плане кибербезопасности такая специфика будет тоже наблюдаться. Ну, тут, Алексей, речь ведь ведется не только и о первых лицах государства, но так называемых объектах охраны, как они упомянуты в этом указе. Речь ведь идет и о членах их семей. Да, все правильно. Это все как бы тоже входит в сферу деятельности ФСО. И в отличие от других структур, которые занимаются больше, так скажем, институциональной информационной безопасностью. Алексей, не означает ли это, что ФСО в задачи сейчас вменяется, в том числе и следить за тем, чтобы утечки, подобные той, что случилось вот с Настей Рыбкой, ее появлением в публичном пространстве, чтобы вот такого больше не происходило? Тут сложно сказать, какие конкретно задачи ставятся перед ведомством, но кибербезопасность – это очень такое широкое и всеобъемлющая тема, там много очень вопросов, и поскольку ФСО обеспечивает безопасность руководителей государства, то
эта безопасность тоже должна быть всеобъемлющей, и кибербезопасность должна тоже входить в этот список. Насколько просто сегодня проследить связи того или иного человека по его постам в соцсетях и так далее? Насколько технически сегодня сложно найти, что называется, связи, порочащие чиновника, бизнесмена, кого бы то ни было? Все зависит от того, насколько чиновник этот или бизнесмен, или другое какое-то лицо соблюдает принципы кибергигиены. Соответственно, если на эту тему задумываться, и если этим заниматься, то, наверное, можно каким-то образом себя обезопасить. Но мало кто об этом задумывается, и поэтому часто возникают такие вот ситуации, как вот обсуждаемые. Вот если просто не удалять историю, если не чистить периодически свой профиль, то по, я не знаю, файлам cookies, или я просто не эксперт в кибербезопасности, можно ли восстановить, даже если я почищу свой профиль, можно ли связи, порочащие меня, впоследствии поднять? Ну, если у вас эти связи есть, то, скорее всего, можно. И вам надо очень приложить очень много усилий, чтобы не оставить никаких следов в цифровом пространстве. То есть практически это мало реально. Но если я при этом обращусь к эксперту, то специалист кибербезопасности сможет сделать так, чтобы можно было не придраться? Здесь все зависит от того, кто против вас, кто ваш соперник. Если ваш соперник – это, например, ваш конкурент, то это один вопрос. Если ваш соперник – это спецслужба другого государства и какого-то могущественного государства, это второй вопрос. Поэтому, ну, тут, соответственно, видимо, руководители государства посчитали, что вот за какими-то действиями враждебными стоят ресурсы других государств, поэтому и решили бороться вот такими способами. Возвращаясь к указу президента России, не возникнет ли ситуации, когда две параллельные структуры, по крайней мере две структуры, перед которыми поставлены схожие задачи, могут помешать друг другу? Безусловно, такой риск есть, но в принципе у нас в стране часто бывает ситуация, когда какие-то две структуры занимаются параллельными какими-то вещами. И в принципе им всегда удается как-то договариваться и как-то находить общий язык, как-то разграничивать зоны ответственности. Я надеюсь, что в этом случае тоже им удастся это сделать. На вашей памяти, как эксперты, в кибербезопасности утечки, подобные появлению в публичном пространстве Насти Рыбки, случаются впервые? Да, в принципе, нет. Много было подобных скандалов, и просто мы про них забыли. Например, взлом Твиттера Медведева, что-то подобное, то есть периодически случаются такие вещи, просто такое, последствия обычно каких-то серьезных не наступает, поэтому мы про них забываем. Что ж, большое спасибо. С нами на прямой связи был эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский. Я вас благодарю. В Словакии найдено тело журналиста Яна Куцика. Он расследовал деятельность структур, которые занимались мошенничеством с возвратом НДС. То есть ничего по факту не продавали, продавали только по документам, но получали налоговые льготы. 27-летнего Куцика застрелили в собственном доме вместе с невестой. Это первое убийство журналиста в истории Словакии. Кому мог помешать Ян Куцик, мы поговорили сегодня с моим коллегой Антоном Филатовым. Вот фрагмент нашей беседы. Кому мог перейти дорогу Ян Куцик, насколько далеко и высоко он забрался в своем расследовании? Версий множество, поскольку, во-первых, Ян Куцик – это вообще первый журналист, которого убили в Словакии. Для маленькой центральной европейской страны это настоящий шок. Полиция действительно говорит, что убийство связано с его расследованиями. И тут возникает вопрос, потому что расследований несколько. Вообще Ян Куцик занимался такой острой темой – это возврат НДС, махинации, связанные с этим. Я напомню, что здесь есть явная параллель. Российский юрист Сергей Магнитский, для которого также тема возврата НДС оказалась роковой. Но расследований у Яна Куцика было несколько. Одна – это трансграничная тема, связанная с тем, что
компании из Латвии, Словакии, Австрии, из разных частей Европы участвовали в схеме по отмыванию денег по возврату НДС. Другая тема – это материал о недвижимости в центре Братиславы, элитной недвижимости. Там тоже шла речь об отмывании части средств, и даже замешан был в эту схему, по сообщениям местной прессы, министр внутренних дел страны. И третья, последняя тема, и вот как раз с ней связывают коллеги Яна Куцика и его убийство, это дело итальянской мафии. Вот нам дала комментарий журналист из Словакии Олеся Басараб. Давайте послушаем про эту версию подробнее. Он нашел тему проблем с отмыванием еврофондов калабрийской мафии. Предприниматели-итальянцы участвовали в фирмах на востоке Словакии, обычно аграрных. Вот какой-то биоурожай они получали, еврофонды или под какие-то другие полезные проекты. И потом в какой-то способ эти деньги отмывали и переводили на родину, в Италию. Ну и при этом журналист, коллеги словацкого репортера говорят, что он был крайне осторожен в своих расследованиях, он не брал всю информацию под себя, что называется, вот на таком сленге расследователей. То есть он делился ею с коллегами. Это должно быть, по идее, гарантией от убийства, потому что чем больше людей знает, тем сложнее информацию эту дальше убрать. И второй момент. Ян Куцик, он был найден мертвым со своей невестой. И именно из-за изменения своего статуса он хотел больше себя обезопасить и меньше рисковать. Но нам рассказала, опять же, журналист и его коллега, он теперь уже из Латвии, Мария Кюгель, что, в принципе, в такого рода расследованиях защитить себя практически невозможно. Это похоже больше на минное поле. Вот ее комментарий. Специфика трансграничных расследований, особенно в Европе, там, где границы близко, особенно в делах с каруселями НДС, состоит в том, что ты никогда не знаешь, куда тебя выведет это расследование. Можно вдруг, неожиданно для себя, наступить на мину, сорвать растяжку, и да, возможно, журналисты слишком хорошо углубились в свои темы. Артем, ты провел параллель с Сергеем Магнитским, очень интересную и знаковую. А можно ли провести другую параллель с коллегой Яна Куцика, с мальтийской журналисткой Дафной Каруаной Галисией, которую убили на Мальте? Резонансное тоже было преступление. И она подбиралась, в общем-то, и к руководству страны. Да, Гарри, ты прав здесь. Второе резонансное убийство журналиста в Евросоюзе за полгода. И мы говорили с юристами из Transparency International. Они напрямую указывают на то, что, вот, похоже, европейские государства не справляются с защитой своих журналистов, которые занимаются такими резонансными темами. Конечно, и реакцию властей, и реакцию полиции не сравнить с тем, как реагируют власти России на громкие преступления и убийства журналистов. Но, тем не менее, сам факт того, что журналист расследует в Европе оказывается убит, расследуя знаковые преступления, где замешаны большие деньги и в том числе высокопоставленные чиновники сразу из нескольких стран. Этот факт, по версии Transparency International, является крайне серьезным. И пока что совершенно непонятно, как ситуация будет развиваться дальше, потому что Ян Куцик, да, это 27-летний журналист из Словакии, но есть еще коллеги, борцы с коррупцией по всей Европе, и они видят, нам сказали об этом, что работать стало сложнее. В той же Словакии все знали, что да, журналисты могут судить, его могут затаскать по судам, поэтому все проверяли каждую строчку в своих расследованиях. Но то, что могут убить для словацкого и журналистского сообщества, и для жителей страны, и для соседей, потому что даже там министр иностранных дел Болгарии высказалась о том, что это крайне тревожный факт. То есть для всех это стало таким безусловным шоком и поворотной точкой. Большое спасибо, Артем. Мой коллега Артем Филатов. Мы говорили о резонансном убийстве словацкого журналиста Яна Куцика. Причем это первое убийство журналиста в истории Словакии. Это сквозной информационный эфир на RTVI. Мы ненадолго прервемся. После рекламы продолжим. We'll be right back.
Сквозной информационный эфир на RTVI продолжит наша рубрика «Инфошум» о событиях или заявлениях, значимость которых сильно преувеличена. Разбираем, какие новости действительно новости, а какие ими только притворяются. Рубрику «Инфошум» представляет главный редактор RTVI Алексей Пивоваров. Привет, Гарри. Вообще, каждый день удивляюсь, из какой только ерунды не сделают новости уважаемые и не очень уважаемые СМИ. В общем, десятки, чуть ли не сотни изданий пишут, например, про то, что в одной из частей эстонской армии солдат заставляют маршировать под песню «Лесных братьев», в которой есть слова про убийство русских. Об этом сообщает правозащитный центр «Китиш», ссылаясь на поступившую жалобу. Директор правозащитной организации рассказывает, что русскоязычные солдаты отказались исполнять песню, теперь опасаются кары. В песне, в частности, есть строчки «Моих мать и отца расстреляли, дорогая отправлена в Сибирь, теперь брожу по болотам и тропам и убиваю русских тибл». Это пренебрежительное название русских. Правозащитники Китежа в запросе в Минобороны Эстонии попросили ведомство прокомментировать, действительно ли солдаты поют песню «Лесных братьев». В ответ отдел коммуникации Генштаба сил обороны Эстонии заявил, что такой вариант песни солдаты не исполняют. Строевые песни, утверждает командование подразделений, и приведенный в статье вариант песни там согласовать не могли, подчеркнули в Генштабе. Почему это инфошум? Ну, потому что даже если в одном из подразделений кто-то и исполнил песню «Лесных братьев» с неутвержденным текстом, то это могла быть или провокация, или, что, скорее всего, неудачная шутка, никак не санкционированная военным начальством. Об этом, собственно, и говорит эстонский генштаб. В официальной версии песни «Лесных братьев» ничего про убийство русских не говорится, но мы знаем, что во многих песнях есть несколько вариантов текстов. Надо понимать, что в качестве неформальных строевых песен зачастую используют те, что не согласованы ни с кем, тем более с командой. Например, в России это и песни времен гражданской войны, и песни советских бардов, и даже современные западные хиты. Например, пару лет назад в соцсетях разошлось видео, как российские солдаты на плацу поют песню «Леди Гаги». Тем не менее, более 45 российских СМИ очень серьезно отнеслись к этому сообщению и выставили ситуацию так, как будто солдат по всей Эстонии заставили петь антирусские песни. Например, издание «Цензуры нет» выпустило заметку под заголовком «Эстонских солдат заставляют маршировать под песню про убийство русских». Труд озаглавил новость «Эстонских солдат заставляют учить песню лесных братьев». А «Политика сегодня»... озаглавил новость так. СМИ, двоеточие, эстонские солдаты учат строевую песню с призывом убивать русских. Ну, ужас. Если послушать ужас. Иногда, что поют российские солдаты или, скажем, ополченцы, то не захочется особенно. И других критиковать. Да, даже не будем про, не будем про грустные. А вот депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев предложил не снимать актеров с антироссийскими взглядами в фильмах с госфинансированием. О своей инициативе парламентарий рассказал телеканалу «Арти». По словам Сухарева, он подготовил соответствующий запрос главе Минкультуры Владимиру Мединскому. Депутат называет странной ситуацию, когда деятели культуры, цитата, «поливают грязью русских за счет налогоплательщиков». Вообще, вот что-то сегодня просто тема с этими русскими несчастными, якобы. Член ЛДПР предлагает разработать специальные рекомендации для режиссеров по работе с неблагонадежными актерами. Почему это инфошум? Потому что это лишь предложение одного из рядовых депутатов. При этом Сухарев не требует запретить снимать актеров-русофобов, а лишь подготовил запрос, где предлагает рассмотреть возможность выпуска рекомендаций для режиссеров. Кто и как будет определять, у какого актера антироссийские взгляды или антирусские, а у какого нет, Сухарев, по крайней мере, в интервью, разумеется, не уточняет. Понятно, что предложение депутата – это продолжение истории с Алексеем Серебряковым. Мы о ней уже рассказывали, в том числе в рубрике «Инфошум». Однако, судя по тому, что ни Кремль, ни профильное министерство слова актера толком не комментируют, там решили скандал не замечать. И, в общем, правильно сделали. К тому же, если, скажем, в Минкульте захотят, чтобы какой-то актер не снимался в фильме с госфинансированием, то такое пожелание, скорее всего, будет оформлено приватно и устно. Ну, потому что, зная современную политическую культуру России, практически можно не сомневаться, что письменных свидетельств таких рекомендаций не останется нигде. Что касается самой депутатской инициативы, то, скорее всего, речь идет об обычной попытке привлечь к себе внимание на громкой теме, потому что Сухарев уже не в первый раз выступает с идеями, которые никто не принимает всерьез. Так он уже предлагал перенести празднование Дня защитника Отечества на август, предлагал законодательно предупреждать женщин о вреде татуировок и еще предлагал запретить в России хождение валюты вообще.
Несмотря на это, предложение Сухарева выдали за серьезное обсуждение более 60 российских СМИ. Заметки вышли под заголовками вроде «Актерам, критикующим Россию, запретят сниматься в кино». Видимо, совсем. Депутат предложил запретить актерам с антироссийскими взглядами сниматься в отечественном кино. И в Госдуме предложили лишить актеров, поливающих грязью русских, работы. Вот так вот. Знаешь, Леш, я когда слышу, всякий раз, когда принимает какой-нибудь запрет, раздается множество голосов о том, что ну все, дно падать больше некуда. Но как раз в этот момент я слышу очередной инфошум и понимаю, что снизу постучали. Да, да, но еще не достигнуто падать. Дать волю всем инициативам просто и вообще нельзя будет дышать. Запретят практически все. В том числе рубрику «Инфошум». Пока ее не запретили, на сайте rtvi.com много разного другого инфошума и его анализа. Заходите. Большое спасибо, Алексей Пивоваров, главный редактор RTVI в рубрике «Инфошум». И в продолжение сквозного информационного эфира на RTVI еще одна рубрика «Видео дня», в которой мы представляем самые интересные, на наш взгляд, видеоматериалы. Сегодня это орган, сделанный из игрушек Ферби. Это такие маленькие игрушки, похожие на гремлинов. Но в отличие от гремлинов, они не превращаются в монстров, когда намокают. В студии Елена Светикова и коротко о главном к этому часу. А из нашего окна у российского посольства в Вашингтоне открывают площадь Бориса Немцова. Хотел воевать на стороне ИГИЛ. В Назарете вынесли приговор израильтянину из Беларуси, который готовился уехать в Сирию. Прошелся по верхам. Король Саудовской Аравии сменил военное руководство страны и нескольких губернаторов. Президент США Дональд Трамп пойдет на второй срок в 2020 году. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на свои источники. Ранее экстренная новость появилась на ресурсе Drudge Report. Издание отмечает, что Трамп принял решение спустя всего год после избрания на пост президента. Руководить кампанией будет интернет-специалист Брэд Парскаль. Его называют человеком, который принес победу Трампу на прошлых выборах. Мы следим за развитием событий и ждем официальных комментариев. В Вашингтоне сегодня официально открывают площадь Бориса Немцова. Это название по решению городских властей присвоено части улицы перед посольством России в США. К трехлетней годовщине убийства политика Государственный департамент выпустил специальное заявление, в котором назвал Немцова ведущей фигурой демократического движения и призвал власти страны убедиться, что наказаны все виновные в преступлении. Мы чтим память Бориса Немцова, его жизни и его труда. И мы вновь призываем правительство России отстаивать свои обязательства по охране и продвижению общепризнанных прав человека, в том числе свободы выражения, свободы мирных собраний и свободы создания ассоциаций. Мы еще раз призываем правительство России добиться, чтобы все, кто был вовлечен в это преступление, включая организаторов и тех, кто отдал приказ, были привлечены к ответственности в соответствии с законом. Бориса Немцова застрелили в самом центре Москвы на Большом Москворецком мосту в двух шагах от Кремля 27 февраля 2015 года. Приговор по делу об убийстве вынесли в июле прошлого года. Предполагаемый киллер Заур Дадаев и четверо его сообщников получили от 11 до 20 лет заключения. Заказчик преступления по-прежнему не установлен. Родные и соратники оппозиционера убеждены, что к организации убийства причастны люди из ближайшего окружения главы Чечни Рамзана Кадырова.
Саудовский король отправил в отставку армейское руководство. Своих постов лишились начальник генштаба, командующий силами ПВО, сухопутными и ракетными войсками. Перестановки прошли не только в армии. Заменили и губернаторов, их заместителей, а также мэров нескольких городов. А на должность замминистра труда и социального развития король назначил женщину. Официальные причины кадровых перестановок неизвестны. По версии BBC, к этому может быть причастен наследный принц. Он известен своими реформами в королевстве. Сейчас принц занимает пост министра обороны и возглавляет специальный комитет по борьбе с коррупцией. В ноябре 2017 года власти начали задерживать подозреваемых в таких преступлениях. Под стражу взяли около 200 человек. Затем им предложили свободу в обмен на деньги и активы. Общий ущерб власти оценили в 100 миллиардов долларов. Прокуратура Южной Кореи запросила 30 лет тюрьмы для бывшего президента страны. Об этом сообщает агентство Ренхап. Обвинение также требует оштрафовать Пак Кын Хе на 110 миллионов долларов. Суд должен состояться в ближайшие два месяца. Бывшему президенту предъявили в общей сложности 18 обвинений. Среди них получение взяток, превышение полномочий и разглашение государственной тайны. Адвокаты настаивают на невиновности экс-главы государства. На данный момент есть только заявление от причастных к делу людей. Иными словами, ситуация вроде «кто-то сказал, что Пак что-то сделала, и поэтому она виновата». Вот и все. Нет ни прямых, ни косвенных доказательств. Громкий коррупционный скандал в Южной Корее разгорелся осенью 2016 года. Появилась информация, что президент допустил свою подругу к секретным документам, а вместе они вынуждали крупные компании жертвовать деньги в подконтрольные фонды. По всей стране прошли массовые демонстрации протеста. Пак Кын Хе объявили импичмент и позднее арестовали. Ее подругу суд уже приговорил к 20 годам заключения. Израиль приостановил сбор налога с церкви в Иерусалиме, из-за которого уже третий день закрыт храм гроба Господня. В сегодняшнем заявлении канцелярии премьер-министра Нетаньяху говорится, что взыскание многомиллионной задолженности будет отложено. Для решения вопроса создадут специальную комиссию. Критическая ситуация сложилась в конце прошлой недели. В воскресенье мэр Иерусалима рассказал, что долг по муниципальному налогу на принадлежащую христианским церквям недвижимость почти 200 миллионов долларов. По его словам, речь идет о коммерческих зданиях, гостиницах и служебных помещениях. В тот же день в знак протеста представители трех конфессий закрыли храм гроба Господня в Иерусалиме. По мнению лидеров христианских общин, действия чиновников нарушают статус-кво святых мест. Суд в Израиле приговорил репатрианта из Беларуси Валентина Мазлевского к 3 годам тюрьмы. Его признали виновным в попытке вступить в ряды запрещенной группировки «Исламское государство». Мазлевского арестовали год назад. По данным следствия, он принял ислам, находясь в еврейском государстве, куда приехал в 90-х годах. А в Сирию собирался попасть через Турцию. Подробнее об этом деле Евгений Сова. Имя Валентина Мазлевского стало известно широкой публике в Израиле ровно год назад. Именно в марте 2017 года спецслужбы и полиция разрешили к публикации информацию о его задержании, а также о том, что против него было подано обвинительное заключение в окружной суд города Назарета. Ну, Валентин Мазлевский, репатриант из Беларуси, прибыл в Израиль в 1996 году. В 2000 году он принял ислам, женился на девушке, на мусульманке, жительнице деревни Шибли. У них 5 детей. И вот, по мнению спецслужб, он попытался несколько лет назад вступить в ряды запрещенной организации «Исламское государство». С этой целью он даже купил билет в Турцию в один конец и был на связи с активистом этой организации в Сирии. По всей видимости, этот активист давал ему указания. Причем, как сообщается в обвинительном заключении, с этой целью он использовал приложение Telegram. И вот буквально перед тем, как улететь в Турцию, Мазлевский был задержан, помещен под стражу, и против него было подано обвинительное заключение. И вот вчера окружной суд города Назарет вынес решение по этому делу. Он признал его виновным в связях с преступной запрещенной группировкой «Исламское государство». Мазлевский получил срок 38 месяцев тюрьмы, еще 12 месяцев условно. Он также должен будет выплатить штраф в размере 12 тысяч шекелей. Это чуть более 3 500 долларов. Ну, в самой деревне Шибли, где мы были и делали даже отдельный репортаж
около года назад и продолжают говорить, что это все неправда, что не может быть, чтобы Валентин Мазалевский пытался вступить в ряды исламского государства в этой деревне, это бедуинская деревня. Большинство мужчин проходили службу в армии, там не приемлют все, что касается исламского государства. И вот, что по этому поводу говорит глава местного совета Наим Аль-Абад. Я хорошо знаю семью Валентина и его историю перехода в ислам. Я также знаю его жену. Могу точно сказать, что девушка из очень хорошей семьи. Ее отец много лет служил в службах безопасности. Я вообще никак не пойму, откуда появилась вся эта история с исламским государством. В нашей деревне никогда подобного не было, и я в это не верю. Ну, Валентин Мазалевский далеко не первый израильский гражданин, который арестован и осужден за попытку вступить в организацию исламское государство. Надо сказать, что это явление довольно распространенная в последние годы среди израильских арабов. Многие из них в попытке легкой наживы пытаются вот так связаться с активистами этой организации на территории Сирии, Северного Ирака, и затем заработать деньги, поехать туда и быть наемниками. Израильские спецслужбы активно занимаются поиском таких потенциальных боевиков. За последние два года около 60 человек были задержаны, и им так или иначе предъявлены обвинения. Но вот Мазалевский стал первым репатриантом из бывшего Советского Союза. Мало того, что он принял ислам, так он еще и теперь ему придется отбывать тюремный срок за попытку вступить в ряды исламского государства. Ну, надо сказать, что мы общались также с членом местного совета деревни Шибли Зиданом Сальфити. И вот, что он говорит по этому поводу. У меня это не укладывается в голове. Это не наша деревня. Здесь никто никогда даже не думал про боевиков ИГИЛ. Я все еще верю, что в этой истории гора родила мышь. Он образцовый гражданин, служил в армии, 5 детей. Не верю. Пока не ясно, будут ли адвокаты Мазалевского обжаловать это решение. Если такое обжалование будет и в итоге Верховный суд будет рассматривать это дело, то, конечно же, оно получит большой резонанс. Мы тоже за этим будем следить. Евгений Сова, Владимир Плоткий, Ближневосточное бюро RTVI, Израиль. Сегодня в подмосковных Мытищах полиция задержала польского журналиста Томаша Мацейчука. Как он сам написал в Фейсбуке, обыск в его съемной квартире проводился по делу о возбуждении ненависти либо вражды. Интерфакс сообщил, что у подозреваемого нашли некую националистическую символику. После нескольких часов выделения поляка отпустили до суда. За нарушение правил миграционного учета ему грозит штраф с депортацией и запрет на въезд в Россию. Мацейчук – частый гость ток-шоу на федеральных каналах российского телевидения. Его выступления много раз оборачивались скандалами. Год назад он назвал в эфире советских участников Второй мировой войны красными фашистами. В ответ на это российский политолог Руслан Осташко устроил с ним драку. На прошлой неделе они провели настоящий боксерский поединок, в котором россиянин одержал победу по очкам. В Европе из-за морозов и снегопадов погибли уже как минимум 14 человек в Польше, Франции, Словакии и Литве. Холода установились в большинстве стран континента. В Великобритании из-за погоды отменили сотни поездов и десятки авиарейсов. Некоторые дороги перекрыты. Во Франции снег выпал даже на Лазурном побережье. В стране ввели в действие план «Мороз». Бездомным предоставляют ночлег. В столице Италии второй день подряд закрыты школы и детские сады. «Ла Стампа» пишет, что тысячи пассажиров не могут покинуть поезда, остановившиеся на путях из-за мороза и снега. В районе Доломитовых Альп температура опускается до минус 20 градусов. Снег выпал даже на юге страны. В Неаполе это произошло впервые за 60 лет. Из-за осадков приостановил работу местный аэропорт. А вершина вулкана Везувий полностью покрылась снегом. Причем причиной аномальных холодов стал циклон из Сибири.
Смотрите RTVI. Ровно 99 лет назад в России впервые услышали человеческий голос в радиоэфире вместо сигналов азбуки Морзе. Это произошло в Нижегородской радиолаборатории. В этом же году в Москве Владимир Ленин потребовал в срочном порядке установить более мощную радиостанцию. Разработать проект и возвести его поручили строительной компании архитектора Владимира Шухова. О Шуховской башне, с которой, по сути, и началась история радиовещания в стране, мы поговорим с правнуком архитектора, президентом фонда «Шуховская башня» Владимиром Шуховым. Владимир Федорович, приветствую вас. В чем уникальность конструкции башни? Добрый день. Ну, уникальность конструкции башни в том, что это как бы и сама технология ее сборки, ее строения, и конструкции, как уже, ну, будем говорить, архитектурного объекта. Почему? Потому что эта башня собой представляет гиперболоид вращения. Это сетчатая оболочка по-другому, в виде башни вот такой. И Шухов здесь был первым. Он имел и, ну, имеет до сих пор, конечно, все патенты на строительство таких конструкций. Первую такую башню, она была представлена на Нижегородской художественно-промышленной выставке. Это еще был конец 19 века. Поэтому уже как бы технология была им отработана. Но здесь уникальность вот этой башни была в том, что все-таки это была на тот момент самая высокая постройка не только на территории России, но вообще на территории всей Восточной Европы и Азии. Потому что выше только была, соответственно, Эйфелева башня, которая в Париже. И строительство, тем более такой башни, осуществлялось совершенно новым передовым способом. Это был такой способ телескопического строительства. То есть, когда одна секция как бы строилась внутри другой, а потом уже поднималась вверх. Никаких лесов, никаких подъемных кранов, ничего не было. То есть, вот эта огромная секция высотой 25 метров, каждая как бы выезжала из предыдущей наверх и устанавливалась. Она же была еще легкость при этом. Да, потому что надо было понимать время. Это все-таки 19-й год решение было принято. Ну, строительство реально началось в 20-м. И, в общем-то, ну, еще где-то там шла, шумела гражданская война. Это голод, разруха, это болезни. Ничего в стране не было, ни металла, заводы стояли. Поэтому, конечно, все было очень сложно. Металл нашли с трудом. И надо было дать большую экономию. Но уже Шухов был к этому на самом деле готов. Почему? Потому что, ну, он прекрасно понимал, еще даже до революции, что за радио это будущее. То есть это информация, которая вот должна идти на большие расстояния, чтобы ее можно было передавать быстро. Это как бы, ну, всем известно, что, соответственно, как Ленин сказал, сначала надо захватить там телеграф, да, там телефон, а уже потом все остальное можно было захватывать. То есть у кого в руках есть информационные потоки,
тот свет впереди. И Шухов разработал свою первую, вот эту как раз весь расчет своей первой башни, 350-метровый. И вот уникальность, вы правильно сказали, и легкость вот этой конструкции говорит просто, сами цифры даже говорят за себя, потому что Эйфелева башня в Париже, если ее взять при высоте, ну, будем говорить, где-то 325 метров, Шуховская 350 должна была быть, но Шуховская при этом была бы в 3 раза легче Эйфелевой башни. Почему не смогли воплотить первый проект в жизнь? Когда на первом заседании правительства Шухов предложил вот как раз 350 метров башню высотой, его спросили, сколько надо металла, какие конструкции нужны металлические, он назвал тоже все цифры, ему сказали, нет, это не годится. И к следующему заседанию он, понимая, что придется, конечно, идти вниз с этой башни, уменьшать ее рост, к сожалению, он предложил 6 новых расчетов, ну, как раз был принят потом 7-й, 25 метров шаг был, то есть как бы 350, 325, 300, ну и так далее вниз до 175, было сказано опять нет, слишком как бы дорого, слишком не под силу сейчас вот поднять такое количество металла и поставить для строительства башни, и поэтому окончательно остановились на 150. То есть он сделал на самом деле 7 проектов башен. И даже вот последний 7-й проект, который утвердили, это был по сути инновационный проект для того времени. Да, конечно. Почему? Потому что надо было построить в очень короткие сроки. Здесь инновация заключалась в чем? В 2 вещах. Это первое, надо было создать некую конструкцию, которая легко и быстро собиралась, как я сказал. Плюс к этому продумать вот способ сборки этой конструкции всей. И в конечном итоге сделать ее настолько, эту башню универсальную, чтобы она выдерживала, ну, с одной стороны, достаточно большую нагрузку наверху. Это вот этот вот трансмиттер был, передатчик сам, передающая антенна. Вот. А с другой стороны, чтобы она выдерживала самые различные нагрузки, так как все-таки, если брать тот же Париж или какие-то более теплые страны, там нет таких ни снежных, ни ветровых нагрузок, как здесь. Поэтому проект во всех отношениях, он был, ну, скажем, такой как бы высокотехнологичный тогда и остается высокотехнологичным и сейчас. Из дневников Шухова известно, что во время возведения этой башни он, естественно, несколько раз вносил коррективы в конструкцию и был даже обвинен в саботаже и приговорен к условному расстрелу. Расскажите эту историю, из-за чего и как удалось ему все же избежать наказания? Ну, первое, правильно, были изменения внесены достаточно большие. Почему? Потому что получилось так, что все равно металла, вот именно того, который был нужен, не было. Поэтому был как бы, ну, определенный профиль. То есть это вот эти направляющие, из которых собрана вся башня, они были только 1 размера, допустим, или там 2 или 3 размеров. Шухову надо было для каждой секции свой диаметр. Тогда она получалась бы такая, ну, более даже воздушная, более легкая, чем мы ее видим сейчас. Так как этого не было, пришлось сделать пересчет. И если мы посмотрим на башню, то внизу достаточно редкие вот эти все направляющие вертикальные, которые стоят, не кольца, а вот именно вертикальные направляющие. Если уже мы смотрим наверх, то иногда так получается небольшой такой частокол, то есть их значительно больше, потому что они были тонкие, надо было использовать просто больше, то есть пересчитывать. Это вот один момент, который пришлось просто по ходу работы делать. А второй, это когда был подъем башни, как я уже говорил, значит, каждую секцию поднимали снизу. То есть она поднималась не заверх, вытягивалась, а поднималась снизу. Но тоже лебедками вытягивалась наверх через блоки. И когда поднимали 4-ю секцию, к сожалению, вот одна из этих, ну, скажем, тросов металлических, он лопнул, которым тащили все это вверх. И, соответственно, 4-я секция полетела вниз, она сломала 3-ю, повредила 2-ю очень сильно, ну и сама была повреждена. Ну, собственно говоря, время было тогда уже, ну, и не только тогда уже, но всегда было в тот момент после революции очень сложное. Уже, в принципе, был какой-то такой прототип ЧК. Шухова, соответственно, вызвали, и хотя было доказано, что это, ну, проблема материала, некачественного поставленного. Но так как он отвечал за строительство, он подписал контракт на строительство этой башни, отвечал за все он. Поэтому было все очень просто сделано. Правительство российское на тот момент прекрасно понимало, что никто эту башню не достроит. Это может сделать теперь только Шухов, денег тоже нету. Поэтому, ну, обычный был способ применен, это такой, как бы, скажем, жесткий шантаж. Было сказано, что вот условный расстрел вам объявляется, такой вот приговор, условный расстрел, то есть на самом деле настоящий расстрел, да, то есть к расстрелу человек приговорен. И, собственно говоря, это также относилось и, будем говорить, к членам его семьи, может, не расстрел, но понятно, то есть это Соловки, это лагеря и прочие вещи. Или же, значит, он достраивает башню, как хочет, из тех же материалов и в те же
сроки. Я так понимаю, что Владимиру Григорьевичу не так было даже страшно за себя и за свою семью, как здесь сыграли амбиции такие личные, инженерные, что он может и сделать и это. Собственно говоря, это было сделано. Если мы подойдем к башне, то видно, что часть этих направляющих, они на самом деле немножко такие кривые. Все пришлось доделывать просто вот на коленке на месте. И тем самым он избежал этого наказания. Да, 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 конечно, это было отменено все. И всего за 2 года построили ведь эту башню. Да, по тем временам, даже по нынешним временам, это очень быстрые сроки. Они такие как бы достаточно оперативные, с учетом того, что это сейчас так как-то издалека выглядит, что взяли и построили. Но, как я говорю, техники никакой не было. Плюс к этому рабочие периодически объявляли забастовку во время строительства башни, останавливали просто стройку, потому что им не платили зарплату, потому что им было холодно. Надо понять, что они все вот в этих зипунах, в валенках лазили по этой башне, и все это склепали, это же вся клепка шла просто вот на башне на самой. То есть это все собиралось вручную, вот там наверху, и когда Шухов пишет, что сегодня работать было сложно, так как там мороз 25-27 градусов, ну вот это представить на высоте 100 метров, значит, вот эти мужички, они должны были все равно склепывать вот эти конструкции. Конечно, это невероятный и срок был, и качество. Я знаю, что сейчас требуются деньги на реконструкцию и сохранение Шуховской башни. Сбором средств занимается одноименный фонд, который возглавляете вы. О какой сумме вообще идет речь? Ну, мы пытались организовать сбор этих средств. На самом деле здесь все не так просто, так как все-таки башня является объектом принадлежности. Башня, это, она принадлежит государственной компании, российским радиолокационным сетям. Это подразделение Министерства связи России. Поэтому здесь взаимоотношения чисто, скажем так, вот финансовые, они достаточно сложные. Поэтому на данный момент мы приостановили эту деятельность по сбору средств, пока не будет все-таки решена принадлежность башни, ее дальнейшая судьба. Дело все в том, что сумма достаточно большая. Раньше мы говорили, что это где-то порядка 10 миллионов долларов, то на данный момент, наверное, с учетом того, как планирует РТРС проводить эти работы, я думаю, что эта сумма может вырасти в несколько раз. И каждый год, каждый день он эту сумму увеличивает, потому что продолжается коррозия башни, и, соответственно, количество выполняемых работ, оно должно быть больше и больше. И самое неприятное здесь, что срок, когда все это начнется, пока не ясен. Так как до настоящего момента полностью не утвержден проект реставрации башни. И только после того, как он будет утвержден, уже будет подана заявка на выделение внебюджетных средств на, соответственно, реставрацию этой башни. То есть это может быть еще год, два. Это очень как бы вопрос такой сложный. А времени хватит? Может, она рухнет? Вы знаете, я думаю, что она не рухнет, конечно, еще достаточно долго. Но, к сожалению, есть некая черта такая, да, вот когда слишком много придется в этой башне менять, и она тогда уже не станет и не будет памятником архитектуры, потому что есть положение, соответственно, о памятниках культурного наследия, российские, международные. И если, например, новодела больше, там, чем порядка там, 30-40%, по-разному это бывает, то, конечно, уже это будет башня новая, а не, соответственно, памятник архитектуры, как он вот есть на данный момент. Я знаю, что несколько лет назад вы собирались проводить благотворительные аукционы и, собственно, нашли даже людей, которые могли бы участвовать в них и тем самым привлечь необходимую сумму. Почему не сложилось? Я знаю точно, что аукционы должны были в Британии, в Америке проходить и в России. Не только, даже в этих странах у нас были предварительные договоренности и с Японией, с Францией, и с Латинской Америкой. Но почему это не получилось? Потому что все-таки для того, чтобы средства собрать можно. Куда их дальше отдать, не очень понятно, потому что нету договоренности, к сожалению, нет взаимопонимания у общественности и у владельца башни. То есть все общественные инициативы, они как бы идут параллельно, то есть это две параллельные жизни. Есть владелец башни, который пытается решить свои задачи каким-то образом. Эти задачи не очень понятны, потому что, собственно говоря, внутри башни сейчас поставлена некая конструкция подпорная. Но с точки зрения специалистов зарубежных ее можно было не ставить, а на эти деньги можно было уже более-менее законсервировать башню и даже частично привести ее в порядок. Как вы считаете, почему вы не можете к консенсусу прийти?
в этом вопросе? Почему, если вы предлагаете готовые средства, собрать эти средства, государство и государственная компания отказывается реставрировать башню? Может, они просто не видят ее и не хотят? Ну, изначально так и было сказано. То есть изначально владелец башни РТРС, это было еще там 3-4 года назад, заявил, что башня является непрофильным объектом для них, и их тоже непрофильная работа сохранять памятники культурного наследия. То есть вот что хотите, то и делайте. Когда вот стал вопрос о разборе башни, как раз вот на этой почве как бы все это происходило, что башня им абсолютно не нужна. Поэтому у них все это идет по остаточному принципу. И потом могу сказать такую вещь, это не как бы пустые слова, а дело все в том, что когда идет работа на вот такие средства, собранные в виде пожертвований через достаточно прозрачную схему, через фонд и через каких-то доноров зарубежных, все хотят иметь строгую отчетность и хотят видеть, что происходит. Поэтому здесь все деньги должны идти точно на работу. Это не сработает так, как сейчас часто бывает в России, когда, в общем-то, ну, к сожалению, часть денег исчезает неизвестно куда. Ведь дело все в том, что когда так сильно весь этот шум был вокруг башни, а потом уже позднее, в 2013 году, было специальное распоряжение, тогда был премьер-министром Владимир Владимирович Путин, о выделении средств на, соответственно, реставрацию башни Шуховской. Но как-то вот дальше это не пошло. История с деньгами не очень понятна. Были... Но вы же говорили даже, что вы с письмом обращались к нему, да, где были подписи известных людей. Когда встал вопрос о том, что башню необходимо разобрать, ну, это был бы для нее конец, потому что вот мы с вами уже обсуждали, что она была построена в уникальных условиях и уникально реально, потому что что-то падало, что-то надо было там управлять на месте, собирать. То есть, разобрав ее, уже собрать ее было бы невозможно. Можно было бы сделать новую, но не эту. Вот, и очень сильно на этом настаивало Министерство связи. Они уже, в принципе, принимали и почти приняли решение официальное на вот как бы уровне министерства о том, что башню надо разобрать и куда-то там ее складировать. И поэтому тогда пришлось сделать единственную вещь возможную – собрать подписи не только российские, но и зарубежные. Все российские архитекторы, ведущие, деятели культуры, все это подписали. Выступления были по телевизору Юрия Башмета на эту тему. То есть мы здесь сделали очень много. А за рубежом удалось, в общем-то, собрать подписи по всему миру. И там были не только люди от архитектуры и науки, а были люди на уровне искусства. То есть это... Кто эти люди? Ну, если брать это, например, вот такой уровень, это директор там... British Museum, да, то есть британского музея в Лондоне. Это, например, директора ведущих технологических университетов Японии и Китая. То есть это, ну, как бы это такие люди, как бы первой величины везде. Плюс к этому это артисты, опять, как я говорил, плюс к этому вот интересный появился человек, который сказал, да, я это видел, я это знаю, это надо сохранить. Это продюсер всех первых серий фильмов о Джеймсе Бонде, которые выходили. То есть люди совершенно разные, и их никто не заставлял просто, когда они услышали, что вот это может исчезнуть. Они, конечно, все встали на защиту. И было такое письмо, там было порядка 60 подписей. Это архитектор Заха Хадид, это архитектор Норман Фостер. То есть это вот вся первая такая вот как бы линия людей науки, искусства, культуры, мировой интеллигенции. И вот это, я думаю, как раз и позволило остановить все-таки вот это вот решение и не дать башню уничтожить ее разборкой. Тем более вот эти проекты установить ее на Калужской площади, на месте, вот где там Ленин сейчас стоит. Ну, или на ВВЦ, или в парке имени Горького, ну, предлагали. То есть это как бы, ну, совершенно уже ни к чему и очень странные вещи. И здесь, конечно, тоже надо отдать должное Сергею Кузнецову, главному архитектору города Москвы сейчас, который единственный, наверное, из всех, он тоже достаточно жесткую позицию занял и сказал, что переносить башню нельзя. То есть это вот из всех этих людей правительственного уровня, это был единственный человек, который так поступил. Но у вас не складывается ощущение, что все-таки проект заморожен? То есть, да, приняли решение, что нужна реконструкция, реставрация башни, но ничего не двигается дальше? Вы знаете, да. Во-первых, есть такой момент подхода по остаточному принципу. Во-вторых, там сейчас хотят применять очень сложную технологию, и средства нужны будут, на самом деле, я думаю, очень большие. Там хотят выравнивать и восстанавливать металл способом лазерного напыления. Ну, представив площадь башни, вот этих всех металлических конструкций, можно понять, какие это деньги могут в конце концов получиться. Это очень много. Хотя можно решать все значительно быстрее.
Но самое главное, обидное, то, что нету неправильно расставлены приоритеты, вот какие-то некие маяки вообще вот в современной жизни России. Потому что, конечно, есть там быстро текущие вещи, как Олимпиады, как там чемпионаты мира по футболу, но есть те вещи, которыми реально можно гордиться. Вот чем мы можем гордиться реально? Мы можем гордиться космосом, безусловно. Там большой прорыв мы сделали, большая победа была. Если посмотреть дальше вокруг, то вот таких вот именно вещей, где Россия могла бы сказать, вот мы первые, единственные и только мы, не так много. И одна из таких вещей — это Шуховская башня, которая вот сейчас, она в принципе по своим технологическим принципам, по своим конструктивным решениям, она копируется во всем мире. В Дубае построен огромный небоскреб, принцип тот же самый. В Японии, соответственно, то же самое, телевизионная башня, опять принцип, опять шуховский. Норман Фостер в своих зданиях, которые он строит сейчас по всему миру, опять принцип шуховский. То, что он построил в Астане, огромное здание, такой торгово-развлекательный культурный центр, экологически он там занял все первые места в мире, это просто одна секция Шуховской башни, он не скрывает, он говорит, я последователь Шухова, он этим гордится. Но почему-то вот наши люди, которые должны принимать решения какие-то серьезные, они этого не видят. И самое обидное то, что мэр Москвы, Сергей Семенович Собянин, он по поводу башни не высказался ни разу, хотя она является культурным объектом именно вот охраны региональным, то есть московского значения. Ни одного слова не было произнесено. Здесь вопрос, я говорю, все-таки о вот неких приоритетах. Вы еще говорили о том, что площадка это достаточно интересная для девелоперов. И, собственно, скорее всего, кто-то на нее положил глаз просто. Да, вот когда шел разговор по поводу того, что башню надо разобрать и убрать с этого места, собственно говоря, там писалось и в прессе о том, что есть уже девелоперский проект по строительству, соответственно, на этом месте некого такого элитного жилья или какого-то бизнес-центра такой же высоты, то есть 150 метров высотой, потому что по существующему законодательству такая застройка в этом месте не разрешена. Но если убрать башню, которая имеет высоту 150 метров, то на ее месте можно поставить точно такой же объект высотой 150 метров. Конечно, там очень лакомый кусок, там огромная территория, огромная площадь, но она пока все равно достаточно бесхозная. Там рядом стоит здание космической связи, недостроено. Оно стоит в таком состоянии, как сейчас это увидеть, куб бетонный такой, там какие-то птицы живут невероятных размеров, там какие-то люди иногда лазят. Но это вот уже 30 с лишним лет в таком состоянии, в таком виде. Поэтому, конечно, эту территорию надо все приводить в порядок. И, видимо, в том числе там можно сделать, так мы говорим все-таки о радио, там, в общем-то, можно было сделать такой музей и радио, и телевидение, откуда все вообще шло, откуда все развивалось. Ну, пока это тоже никто не услышал. Спасибо вам. О значении Шуховской башни в становлении радиовещания в России мы говорили с правнуком архитектора и президентом фонда «Шуховская башня» Владимиром Шуховым. Оставайтесь на RTVI. В Кремле подтвердили, что самолет Ил-96, на который предположительно ловили кокаиновых наркокурьеров, действительно летал в Аргентину. Однако, по словам пресс-секретаря управделами президента Елены Крыловой, этот борт всего лишь перевозил из Москвы в Буэнос-Айрес делегацию и ни в какой спецоперации по борьбе с наркотрафиком не участвовал. Доказательства журналистов об обратном, как заявила Крылова, основаны лишь на какой-то фотографии. Напомню, ранее РБК со ссылкой на ныне закрытый сайт Russian Planes написал, что преступники планировали перевезти 400 килограмм кокаина из российского посольства в Буэнос-Айресе в Москву дипломатической почтой в чемоданах на борту самолета специального летного отряда «Россия», который перевозит первых лиц страны. В Москве умерла старейшая актриса театра Маяковского Татьяна Карпова. Она родилась в 1916-м, начала играть в 1929-м и выходила на сцену вплоть до 2016-го. А последнее время женщина была прикована к инвалидной коляске из-за перелома шейки бедра. К тому же у нее был рак кожи. О времени и месте прощания пока ничего не известно. Компания «Российские железные дороги» предложила отменить список профессий, на которые запрещено принимать женщин. Сейчас такой перечень утверждается правительством. Документ от 2000 года включает 456 видов работ. Например, женщинам нельзя работать на шахтах или быть членами экипажей судов или, например, машинистами. РЖД предлагает принимать ограничения самим работодателям по согласованию с профсоюзами. Аргументы таковы: условия труда улучшаются, и подобных запретов, например, в авиации
информации нет. В Министерстве труда России заявили, что такую работу по пересмотру перечня в ведомстве ведут уже второй год. Тверской суд Москвы 5 марта рассмотрит административное дело Алексея Навального о несогласованных акциях протеста 28 января. Политику вменяют повторное нарушение правил проведения митингов. Если его арестуют на 30 суток, он пропустит президентские выборы 18 марта. Альтернативный вариант наказания, который предусматривает эта статья, штраф до 300 тысяч рублей. Напомню, 28 января Навальный и его сторонники устроили в десятках городов России несогласованные акции уличных протестов, которые назвали забастовкой избирателей. После того, как Навального отказались регистрировать на выборах, он призвал к их бойкоту. В России премьеру фильма «Мстители. Война бесконечности» вернули на 3 мая. Ранее показ фильма сдвинули на 8 дней. Прокатчик не стал объяснять, зачем перенесли премьеру, а в Минкульте тогда сказали, что новую дату согласовали заранее. В этот же день, 3 мая, выходит фильм «Собибор» Константина Хабенского, один из авторов идеи которого глава Министерства культуры Владимир Мединский. Компания Ericsson запустит сеть 5G до конца 2018 года, а не в 2019, как сообщалось ранее. Об этом рассказал на 18-м Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне директор компании Берье Экхольм. По его словам, компания уже подписала меморандум о взаимопонимании с 38 мобильными операторами и полным ходом ведет тестирование в Техасе. Как ожидается, новый стандарт связи позволит увеличить скорость беспроводной передачи данных до 10 гигабит в секунду и одновременно радикально снизит себестоимость передачи данных для операторов. В Подмосковье полиция задержала польского журналиста Томаша Мацычука. Об этом сообщает агентство ТАСС. В квартире журналиста в Мытищах провели обыски в рамках уголовного дела о возбуждении межнациональной розни. Также, пишет ТАСС, правоохранительные органы проверяют законность пребывания Мацычука в России. Кроме того, источник агентства сообщил, что журналист, который постоянно участвует в ток-шоу на российских телеканалах, сейчас задержан. Но официального подтверждения этой информации пока нет. В Калифорнии с апреля разрешат тестировать полностью беспилотные автомобили. Машины на автопилоте в штате можно было испытывать еще с 2014-го, но при обязательном условии. За рулем должен был находиться живой водитель, который готов в любой момент взять управление на себя. Теперь власти штата одобрили заезды на машинах, которые из людей контролирует только оператор в специальном центре, удаленно, но не сидящие в ней пассажиры. В пригороде Дамаска, восточная Гута, где Россия объявила режим гуманитарной паузы с 27 февраля, продолжаются бои и обстрелы. В Министерстве обороны России заявили, что боевики обстреливают гуманитарный коридор. Это мешает эвакуации больных и раненых. Ни один местный житель так и не смог покинуть район. И сирийские правительственные войска соблюдают объявленный режим перемирия и не отвечают на провокации. Но, по мнению международных наблюдателей, в восточной Гуте продолжаются обстрелы с обеих сторон. В этом регионе происходит столкновение между сторонниками Башара Асада и сирийской вооруженной оппозиции с 2011 года. Президент России Владимир Путин сегодня своим указом расширил полномочия Федеральной службы охраны. Теперь ведомство сможет участвовать в мероприятиях по борьбе с кибератаками в рамках своей компетенции, говорится на официальном интернет-портале правовой информации. Там сказано, что в компетенции ФСО теперь будет и борьба с кибератаками на российские информационные ресурсы. А еще, что ФСО будет защищать личные данные объектов охраны и членов их семей. С нами на прямой связи по скайпу генеральный директор компании по информационной безопасности Алексей Раевский. Алексей, я приветствую вас. Тут вот какой вопрос. Если одна структура уже занимается борьбой с киберугрозами, и конкретно это ФСБ, то зачем создавать, по сути, параллельную структуру в недрах ФСО? Ну, тут вопрос в том, в чьих интересах та или иная структура занимается данной деятельностью. Если мы говорим по ФСБ, то она занимается этой деятельностью в интересах государственных предприятий, объектов критической инфраструктуры и так далее. ФСО больше ориентировано на обеспечение безопасности первых лиц государства, соответственно, видимо, и в плане кибербезопасности такая специфика будет тоже наблюдаться. Ну тут, Алексей, речь ведь ведется не только и о первых лицах государства, но так называемых объектах охраны, как они упомянуты в этом указе, речь ведь идет и о членах их семей.
Да, все правильно. Это все как бы тоже входит в сферу деятельности ФСО. И в отличие от других структур, которые занимаются больше, так скажем, институциональной информационной безопасностью. Алексей, не означает ли это, что ФСО в задачи сейчас вменяется, в том числе и следить за тем, чтобы утечки, подобные той, что случилось вот с Настей Рыбкой, ее появлением в публичном пространстве, чтобы вот такого больше не происходило? Тут сложно сказать, какие конкретно задачи ставятся перед ведомством, но кибербезопасность – это очень такое широкое и всеобъемлющая тема, там много очень вопросов, и поскольку ФСО обеспечивает безопасность руководителей государства, то эта безопасность тоже должна быть всеобъемлющей, и кибербезопасность должна тоже входить в этот список. Насколько просто сегодня проследить связи того или иного человека по его постам в соцсетях и так далее? Насколько технически сегодня сложно найти, что называется, связи, порочащие чиновника, бизнесмена, кого бы то ни было? Все зависит от того, насколько чиновник этот или бизнесмен, или другое какое-то лицо соблюдает принципы кибергигиены. Соответственно, если на эту тему задумываться, и если этим заниматься, то, наверное, можно каким-то образом себя обезопасить. Но мало кто об этом задумывается, и поэтому часто возникают такие вот ситуации, как вот обсуждаемые. Ну вот если просто не удалять историю, если не чистить периодически свой профиль, то по, я не знаю, файлам cookies, или я просто не эксперт в кибербезопасности, можно ли восстановить, даже если я почищу свой профиль, можно ли связи, порочащие меня, впоследствии поднять? Ну, если у вас эти связи есть, то, скорее всего, можно. И вам надо очень приложить очень много усилий, чтобы не оставить никаких следов в цифровом пространстве. То есть практически это мало реально. Но если я при этом обращусь к эксперту, то специалист кибербезопасности сможет сделать так, чтобы можно было не придраться? Здесь все зависит от того, кто против вас, кто ваш соперник. Если ваш соперник – это, например, ваш конкурент, то это один вопрос. Если ваш соперник – это спецслужба другого государства и какого-то могущественного государства, это второй вопрос. Поэтому, ну, тут, соответственно, видимо, руководители государства посчитали, что вот за какими-то действиями враждебными стоят ресурсы других государств, поэтому и решили бороться вот такими способами. Возвращаясь к указу президента России, не возникнет ли ситуации, когда две параллельные структуры, по крайней мере две структуры, перед которыми поставлены схожие задачи, могут помешать друг другу? Безусловно, такой риск есть, но в принципе у нас в стране часто бывает ситуация, когда какие-то две структуры занимаются параллельными какими-то вещами. И в принципе им всегда удается как-то договариваться и как-то находить общий язык, как-то разграничивать зоны ответственности. Я надеюсь, что в этом случае тоже им удастся это сделать. На вашей памяти, как эксперты, в кибербезопасности утечки, подобные появлению в публичном пространстве Насти Рыбки, случаются впервые? Да, в принципе, нет. Много было подобных скандалов, и просто мы про них забыли. Например, взлом Твиттера Медведева, что-то подобное. То есть периодически случаются такие вещи, просто такое, последствий обычно каких-то серьезных не наступает, поэтому мы про них забываем. Что ж, большое спасибо. С нами на прямой связи был эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский. Я вас благодарю.
Король Саудовской Аравии Салман Аль-Сауд отдал распоряжение об отставке практически всей военной верхушки. Своих постов в одночасье лишились сразу три генерала. Начальник генерального штаба вооруженных сил королевства, главнокомандующий сухопутными силами и командующими силами противовоздушной обороны страны. Такую информацию публикует саудовское информационное агентство SPA. Кстати, министр обороны – наследный принц Мухаммед Ибн Салман. Его называли инициатором задержания 11 принцев и задержания 11 принцев осенью прошлого года. С нами на прямой связи по скайпу бывший посол России в Саудовской Аравии Андрей Бакланов. Андрей Глебович, я вас приветствую. Скажите, пожалуйста, почему все так внезапно, неожиданно, буквально за одну ночь, и насколько это действительно масштабная операция? Вообще это ожиданно, честно говоря, потому что есть определенная логика в действиях нынешнего руководства. Это уже третья волна изменений. Сперва она коснулась служб безопасности. И бывший наследный принц, он как раз руководил вопросами безопасности. Их клан фактически отстранен в настоящее время от этой сферы. Вторая волна коснулась в основном крупных бизнесменов, и с ними вели такой сложный разговор в отношении их участия в дальнейшем в планах развития страны. И теперь третья волна, она коснулась армейской верхушки и национальной гвардии. Поэтому, наверное, это где-то ожидалось. Это никак не связано с военными успехами или неуспехами Саудовской Аравии, ну, например, в Йемене? Это связано. Конечно, йеменская кампания достаточно неудачно пошла с самого начала, и до настоящего времени они не могут не преодолеть трудности. Но в целом то, что замыслил король и наследный принц, гораздо шире. В частности, ставится вопрос о том, чтобы на ближайшие годы была намечена большая программа строительства военных предприятий на территории Саудовской Аравии. Вчера, когда была объявлена такая амбициозная программа реорганизации вооруженных сил, говорилось о том, что Саудовская Аравия входит в пятерку стран с наибольшим военным бюджетом. И теперь очередной целью будет не только модернизация вооруженных сил за счет закупок вооружений, но и производство вооружений,
На 10 лет запланировано строительство несколько десятков военных предприятий, и количество работающих в военной сфере к 30-му году возрастет на примерно 40-45 тысяч человек. Примечательно, что первое крупное предприятие вот в этой программе, это будет наше совместное предприятие по производству автоматов Калашникова. Второй страной, с которой хотят военно-техническое сотрудничество развивать вот на этом направлении совместного производства, это Турция. Каким-то образом на отношения Саудовской Аравии с Соединенными Штатами эти перестановки повлияют? Если я правильно понял, то, что касается отношений Саудовской Аравии с Россией, вот производство автоматов Калашникова. Что с Соединенными Штатами, что, кстати, с Израилем? Ну, я думаю, что Соединенные Штаты Америки в обозримый период времени останутся основным военным и военно-техническим партнером Саудовской Аравии, но... По-моему, увеличится сегмент вот других стран, с которыми будет по военной линии сотрудничать Саудовская Аравия, включая Российскую Федерацию. Поставлена цель диверсифицировать военные военно-технические связи. И здесь как раз просматриваются и большие надежды на то, что с Российской Федерацией наконец от переговоров мы перейдем к реальным закупкам вооружений и от производства совместного на территории Саудовской Аравии. А с отставными генералами теперь что? Их просто уволили, отстранили или сейчас им грозит какое-то заключение? Ну, вы знаете, судя по той информации, которую мы сейчас получаем, большинству ничего особенного не грозит. Ну, например, бывший начальник генерального штаба Абдурахман Буньян, он переведен на такую престижную, красиво звучащую должность политического советника короля Сальмана. Тут нельзя провести параллель с задержанием в прошлом году 11 принцев, говорить, что идет некая борьба за власть. Это все-таки немного другая тема. Ну, это тоже и борьба за власть, но здесь... выдвигается еще вперед молодое поколение. Но вот характерная такая особенность. Смотрите, новым начальником генерального штаба становится человек, который еще на прошлой неделе ходил в звании полковника. Ему только что присвоено звание генерала. Это Фуад Руэл. И это очень характерно. Выдвигается вперед новое поколение военных. Большое спасибо. С нами на прямой связи по скайпу был бывший посол России в Саудовской Аравии Андрей Бакланов. А теперь наша постоянная рубрика «Философическая минутка». Ее на RTVI представляет Лев Юрьевич Новожонов. Сегодня он рассуждает о путешествиях и о том, как то или иное направление путешествия характеризует нас как личности. Куда едут люди и куда они только не едут? Кто куда? Екатерина Андреева с Первого канала пульнула на Мальдивы, где будет ходить исключительно босиком. Американский посол дернул в Казань. Здесь его накормили беляшами, он сыграл на пианино в составе местной группы. А вот аргентинскому студенту Сантьяго Карписи в столице Татарстана не пандра. Совсем не пандра, особенно девушке, о чем он чистосердечно рассказал журналисту «Вечерней Казани». Он-то надеялся, что они все голубоглазые блондинки, как русские шпионы в фильмах о Джеймсе Бонде. И еще в Казани все в 10 часов укладываются спать, в том числе и девушки, и все без Сантьяго Карписи, во всяком случае, пока. Знаменитый боксер Майк Тайсон тоже бедолага мотается по России. Говорит, что везде люди очень доброжелательные.